Нормик? Доброе утро! Какой штраф, блин, я прям вовремя подключилась, минута в минуту. Хочу, чтобы ты мне 30 лет 3D фиксиков. Здравствуй, Атари, здравствуй, Альтимит. Здравствуй, Лёша. Здравствуй, Лео Рейд. Здравствуй, Егор. Нифига ты, Егор, даешь жару. Жесть. А в смысле? Нет, просто у меня, значит, показывают. Здорово, Грифо. Ты что, реально поставил будильник? Жесть. Ага, отметились по делам. Тебе еще куда? А ну-ка, там весе стоять. Офигеть. Будильник ставил, жесть. Мое сочувствие. К чему людей довожу? А Lost будет или... Нет. Это будет немножко попажа. Сижу тут, обновляю прогу для монтажа. Хотел обновиться на проверсию, там больше эффектов переходов. Блин, я не знаю, какие проги я не пробовала, которые на ноуте, там на компе. Мне они вообще никакие не зашли, кроме капката. И поэтому я капкат установила и на ноут. К тому же я там подписку оформляю постоянно. Ну, типа... Здравствуй! Здравствуй! Доброе утро! Здравствуй, едва знакомый! На компе юзаю, так я тоже в левую юзаю. Ну вот, я не знаю, мне это самый удобный. Филмора. Филмора. Фильмора. Сейчас глянем. Это через который ты делаешь, нет? Сайт у них клёво сделан. Не, капкат будет незаменим. Как утренние дела? Утренние дела в целом неплохо. Нет, у меня инея нет, у меня прям... Тепло, что ли, выглядит, по крайней мере, с окошка. Здорово. Блин, я не знаю, у меня... Что? Кто-нибудь поработайте с... В общем, без... Ладно, криво-косно пойдет. Всем привет еще раз. Капкут-капкат. Утренние дела. Я проснулась в 9 часов. Ко мне пришел кот. Начал мурлыкать, и я с ним еще отключилась на минут 20. Потом проснулась такая резко. Думаю, так, сколько, интересно, времени. Думаю, блин, не дай бог опоздаю. Я же пообещала 8:30 подключиться. Вот, по итогу быстренько встала, и ничего, нормально. У меня, кстати, стали проходить отеки. Уже чувствую себя более легче в телосложении, нежели чем пару дней тех же назад. Вот. Так что жизнь потихоньку налаживается и в этом плане. Разминочку забабахала, умылась, переоделась, подключила и все вперед. У меня сейчас 10:35. 35 минут 11. Привет, Friendly Fire. Так как я нихера не умею, я делаю через все. Блин, надо будет подключиться, я тебе покажу, как я монтирую. Какой-нибудь видос сниму для монтажа, и вместе с тобой покажу тебе, как я монтажом занимаюсь.
Привет, Ярослав. Ебал отверстие, придется телефон тогда материалы скидывать. Ну, блин, на капка... На ноуте же нормально тоже. Вернее, как было, фу, какая четкость, звук хороший, не лагает, вся изюминка потерялась. Ладно, все, позор. Ужас какой, кошмар. Бухала? В смысле бухала? Нет. Кот совершил саботаж, но потерпел неудачу. Да, он уже который день выпрашивает жидкий корм. А я не купила. Как заставить себя монтировать? Да никак, это должно быть в кайф. Я не монтирую тогда, когда я не хочу. Вообще нужно учиться в премьере, там все-таки более профессиональный монтаж, но капкат это так для тех, кто хочет пощупать. Да не сказала бы. Через капкат тоже можно творить всякое. Блин, раньше многие творили через иншот, и как бы получались хорошие ролики. Чем я только заметила, ты что, писал в самом начале? Ты гонишь? А, ты смайлик отправлял. Вот оно что. Понятненько. Да. Привет, сексуалка. Типика американка пишет 10 европейских стран, о которых вы не слышали, и пишет Эстония. И прикрепляет рядом флаг Финляндии. Блин, я представила, насколько там тебя разрывает жестко. Привет, сексуалка. Вот он тебя обдрищет все вокруг. Да в смысле он меня все обдрищет? То, что я ему не даю жидкий корм? Пучки мили дополняют. Привет, вибратор. Я ничего не понимаю вообще. Пати панкейк, здравствуй. Камшот, кам, который... Ага. Вы нормальный вообще? Привет, сексуалка. Слушай, ну соглашусь с тем, что в капкате можно творить вещи. Я вот как творю. Просто не знаю, как-то мне капкат более удобен. Мне нравится, что туда можно загружать свои шрифты, например. То есть ты можешь на определенном сайте своими ручонками прописать то, какие, как ты пишешь буковки, и эти буковки загрузить в капкат. Ты можешь своим шрифтом писать текст. То есть как будто бы ты прописал его. Вот, потом в целом можно какие-нибудь из интернетов скачивать шрифтики и туда загружать. Это прикольно. К плюсу там есть разные эффекты. Да, в Pro-версии намного проще. Поэтому я оформила подписку из-за того, что когда я работала, я только там как бы монтировала и для себя тоже. Вот. На что люди баллы тратят? Да я там поубирала вообще, на самом деле там баллы тратить не на что. Единственное, что я думала, это типа какие-нибудь ставки на спорт, Alienxbet. Просто что-нибудь типа придумать какое-нибудь такое. Ну вообще копите. Скоро розыгрыш по ссылке, поэтому баллы понадобятся. Мне ответил заказчик. Эй, шкири. Северно. Хуй. Залупа. Хер ебанка. Я убрала. Ты что думал, ты меня переиграешь? Хренас двадас. Я вас всех переиграла. Я того... Туда-сюда, наоборот. Сейчас. Угу. Yes. Я вас уничтожу. Я, ты процент, я, я процент, вас я, растопчу. Ты процент, ты процент, я, процент. Я убрала собаку. Ясно? Вы мне тогда что только не делали с этими собаками. Ты думал, это прокатит еще раз? Не. Спасибо, Тарчик, большое за фоллоу. За фоллоу, господи, боже мой. И за донат. Все верно, он очень удобен. Где еще есть такой интерфейс, где тебе все по дорожкам разложат, подадут. Ну да. Я вас выебу. Нет, ебать не обещаю, конечно. Но... Так можно просто слово «собака» написать. Так прикол был в том, что ты когда ставишь собачку, типа значок этот, он просто можно несколько раз, типа дофига даже раз поставить, и вот этот вот от донейшена, который читает, он будет «Я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака». Вот-вот, понимаю. Кстати, ты там как румбокс-то? Дособирал, нет? А то ты играл, потом я смотрю, зашла, ты опять румбокс собираешь, думаю, так, интересно, чем закончится?
Ричард, я к тебе не успела зайти, я спать ложилась уже в это время. Да-да, он пособирал, дособирал ли? Бля, как же я заебал Твич со своей рекламой. Чисто пропадает желание вообще стримы смотреть из-за того, что ты пишешь свои сообщения, и через секунду у тебя чисто реклама на минуту хуярит. И ты тупо ни ответа не слышишь, а переспрашивает тупо из-за того, что кринж. Бля, просто желание пропадает смотреть вообще стримы. Странно, а почему они вообще появляются, если я у себя рекламу отключала? Ну, то есть, чтобы вас это не долбило никаким образом. Ну-ка, сейчас проверю. Вот, а единственное, только если это от самого Твича? Сучонок. Это не от меня зависит, блин. Финал, могу тебе рекламу раз 5 минут включать. Короче, имба прога. Но хотелось бы с дополнительными возможностями, а там такие ебейшие эффекты, бля, так... Ну вот если ты профессионально занимаешься, то да, это как бы понятно, это круто. Вот, тогда понятно, почему ты хочешь прийти. Можно попробовать. Вот. Спасибочки, нас жизнь так ебет, ну... А так бы с удовольствием. Это сам Twitch закидывает, потому что отвечать денег нет. Капец. Короче, мебель я сделала, осталось только сделать мебель, только есть проблемы, ой, предметы, угу. Там столько полосок, они меньше, чем зубочистка, еще второй домик должен прийти, я не знаю, зачем я себя мучаю. А я говорила, а я предупреждала, что это капец как блюдски, ну ты уже на тот момент заказал. Там вообще многие как раз таки собирают его за несколько дней, а то и порой неделя, а то порой на месяц растягивают. А есть те, которые прям за одну ночь вот сидят до талого и фигачат. У нас еще вообще нет рекламы, вот за рубежом это пизда, там по две рекламы перед своим стримом. Капец. Сама зачара. Спасибо, Атари. Ты такой добрый. Я даже и не могла сразу предположить, когда ты только ко мне впервые на стрим зашел. Вообще. Спокойной ночи. Раньше Twitch закидывал рекламу на 30 секунд один раз в час где-то, и это было норма. Сейчас они стали хуярить по минуте или полторы минуты раз 15-20 минут. Из-за этого просто пропадает желание смотреть Twitch. А типа это уходит, если, например, ты оформляешь подписку на стримера, и вот у конкретного этого стримера рекламы не будет, может? Благодаря работе собираю мангу человека бензопилы. Мангу можно собирать? А, что-то я тут жмакнула. Не надо. Те, кто за ночь делаю, женские психи мне бы за неделю собрать. Вот. Как хорошо, что русских нет рекламы. Помню этот день, когда впервые к тебе зашел. А это ты типа обливался? Говнюк. Многие не знают, что многие знают, что они знают, что те знают о незнании знаний. Но без знаний не будет знаний. У меня с первого по шестые томики. Прикол. Я мангу никогда не читала. Но если у тебя есть подписка, то рекламы не будет, но я не буду по 8 долларов в месяц на стримера подписку покупать, чтобы без рекламы сидеть, или покупать 15 долларов подписку, чтобы просто рекламу отключить у всех. Они тарифы на 3 доллара повысили. Жестко что-то. А почему так дорого? А потом говорят, там хорошо. Там даже, блин, стоит все, как моя почка. За желающего отдавать деньги этим монополистам. На следующий стрим проверяю, я что-то пожамкал. Ты не был на меня подписан. Как так? Понятно все. Привет, Громушка. Вы, кстати, в курсе вообще, что это ускорили, как бы сейчас не сглазить только? А, да, говорили, да. Я сегодня утром в ресницу упала. Ухо моё.
Попробуй только. Так, так, Толина обидел, расстроенный. Да капец, блин, сидят, не подписываются. А потом такие, оп, и подписались. Ужас. Ютуб ускорили, но желательно бы вам как бы это там... Где там песни? Меня раздражает. В 2021 году подписка стоила $5. Это уже было дорого, но еще терпимо. В 2023 подписка поднялась до 7, условно, да? И это тоже стало дорого. А сейчас вообще сделали 8, и это уже идите нахуй. Так, осуждаю. Атари! Иди погуляй вообще, позорник. Не, нихуя, давно он был медленным, как черепаха, сейчас стал работать без VPN на Wi-Fi. Он просто не после первого стрима, он просто порядочный. Не, а вон оно когда. В курсе YouTube-спонсор плохого сна. Хотя что у вас там скрыт, у меня вообще нихуя не работает, я уже даже не захожу туда. Я, вот у меня YouTube работает исправно. Я туда вообще уже перестала заходить что-либо смотреть, хотя иногда хочется прям вот пропадать на ютубчике. Но я пропадаю на сайте Анатомия Страсти и смотрю там сериал. И все. У меня уже как месяц работает без VPN и на Wi-Fi, тут все от провайдера зависит. VPN. VPN. В моем случае явно не YouTube виноват. Блин, не знаю. Я прям хорошо стала спать из-за того, что я перестала спать днем, из-за того, что я встаю в одно и то же приблизительно время. Вот, и сейчас я стала засыпать до часу. Уже типа в 12 меня прям вырубает. Прям жестко. Опа, ну и какой сериал рекомендуешь? Ну вот «Анатомия страсти». Прям под этот сериал сделали отдельный сайт. Бля, я думала, интеграция чуть не охуела. Блять, хорошо подводочку сделала, да? Опа, ну и та-та-та. Боку на пиков. Привет, сервар. Сервар? Я на YouTube захожу чисто, чтобы музыку включать на фоне игр. Не, у меня Яндекс есть. Я вот человечка отстранила. Иди работай вообще, Атари. У нас с ним семейная... Точнее, у него подписка, а я как член семьи, получается. Я просто как член у него. Семьи. На ютубом я до сих пор пользуюсь, я, блядь, занимался им 5+ лет, не собираюсь уходить. А я себе подкастов накачал. А какие ты подкасты слушаешь? Я просто... Бывает такое, когда я музыку прям вообще не могу воспринимать, и я чисто на подкастах живу. Я вот куда-то, если иду, там еду, я всегда чисто на подкастах. Посмотри извне, что-то очень знакомое. Это же сериал, да? Да. Максимально знакомое что-то. А-а-а, понятненько. Я видела недавно на него этот, типа, трейлер или что-то такое. Так, я думаю, так, надо глянуть. Страшно, я там увидела всякую дичь. Так, у меня до хера музыкальных каналов, музыки хватает. Там, типа, про космос? Прикольно. Кстати, почему парням нравится... Ну, часто парням нравится что-то про космос? Скоро YouTube на баланке писать будем, я представляю. Не-не-не-не, был мем там, где приходишь и запрашиваешь какой-либо выпуск какого-либо видео и платишь за это, как раньше покупались игры. Вот так вот. У YouTube просто тоже стала реклама больше, она вроде как-то чаще стала, чем раньше, но у YouTube просто есть какая-то такая херня, как ты посмотрел одну рекламу, если вторая есть, и она больше 5 секунд, то ты можешь подождать 5 секунд и нажать пропустить, а здесь нет, ты смотришь чисто 5 реклам по 5, 15-30 секунд каждую, и скипнуть нельзя. На Ютубе вообще там рекламы на постоянной основе стали. Вот. Но благо есть разные штучки, которые обходят подобные всякие вот эти вот моменты. И реклама тупо вырубается. Но вообще подключаешь Прайм и живешь. Не знаю, я Ютуб благо редко смотрю, мне это не понадобилось.
будем с Пушкиным про записать. Не, из нее не смотри слишком много непонятного. Но, может быть, оно понятным станет спустя какое-то время. Я недавно смотрела какой-то детектив. Надо будет... Я сейчас вам найду его. Я прям вот советую. Я детектив вообще люблю. И я неплохо так посмотрела. Так, детективы, сериал. Там еще снимается из женщина из «Сияния чистого разума». Ай. «Сияние чистого трёпа». Актеры. Какая же она охуенная. Я не могу. Так, где вы там у меня? Я этим летом, кстати, смотрела в кинотеатре фильм «Дэдпула 3». Блин, я этим летом в кинотеатр довольно часто ходила. Я в России ходила в кино раза 3-4, где-то так. Потом здесь, в Казахстане, ходила один раз. Ну, короче, за лето это прям был неплохой такой у меня. Достаточно прям хорошечно походила по кинотеатрам. Я в первый раз в кино пошла, когда мне было лет 15, наверное, 16. В космосе мы неизведанного, загадочного. Вот нам и нравится. Парни же сигмы всех хотят изучать. Как говорится, мужик тот, кто изучает и ошибается. На ютубе можно включать отблокер или просто нажимаешь пропустить, и она не заебывает так. А на твиче у тебя чисто 5 реклам по 5, 10, 15, 30 секунд. И ты чисто ждешь полторы минуты, пока они все пройдут. И через 15-20 минут у тебя опять будет реклама на полторы минуты. Ну да, это хреново. Я недавно смотрела «Дэдпула» и «Росомаху». Два года назад. Пора исправлять. Не знаю, вроде вот есть те фильмы, которые ты понимаешь после просмотра, что не стоил он тех потраченных денег, потому что их можно было дома посмотреть с комфортом, там то же самое купить попкормчик, прилечь удобненько, в любое время на паузу нажимать. Но в кинотеатр ты приходишь, и ты какую-то вот другую какую-то атмосферу ловишь. Поэтому, ну, порой, правда, нужно в кинотеатр сходить или куда-то выбираться. Я сегодня, кстати, поеду на почту, съезжу. Вот, и оттуда, может быть, сразу же оттуда поеду пленку сдам. Вот, в планах пока есть такое. Еще вчера подобрали этот кресло, и я вот думаю... Заказывать или нет? В субботу еду к маме, кстати. Планы на конец этой недели прям хорошие такие. Сегодня четверг же, да? Да. Я вам переживаю, что Сидхати боится, она по кино ходила. Но я ж не одна ходила. И ходили мы обычно по вечерам. Я-то сидела сперва в хате. Бояться меньше я, конечно, не переставала. Посмотрел трейлер фильма «Микки 17», теперь жду этот фильм, скорее всего, в киношку на него пойду, поведу семейство. Что-то интересно, надо глянуть. «Микки 17». 2025 года. Одноразовый сотрудник Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело. Что-то знакомое. Ну, в плане того, что что-то подобное уже было. Прикольненько, прикольненько. Опа, вот она, блядь, реклама, сука, она повезла. 30 секунд, а не полторы минуты. Блин. Поход в кино ненужной социализации. Не знаю, там есть сюжетные дыры. А это вы решили. Есть сомнения по креслу? Нет, по креслу сомнений нет. Есть сомнения по финансам. Типа, я думаю, заказывать сейчас или чуток попозже. Сейчас я покажу вам, что выбрали. Блин, где там? Ну-ка, давайте, парни, в пляс. Пойду похавать закажу. Давай.
ты купи какое-то рандомное за 15к, тебе больше не надо, по цене там уже чисто переплата ни за что. Ага, я сейчас только кильт поправлю. Да, чё? А, кстати, я же сообщение подготовила, Ричтер, по микрофону. Я в избранное себе его закинула и забыла переслать тебе в ЛС. Сегодня после стрима сделаю. Ну, могу, конечно, и сейчас прям сделать. Вот, короче, сейчас так и сделаю. Копировать. Где-то мы семейско. Отправить сообщение, вставить, держи. Я просто хотела пересмотреть эти видосы и расписать их плюсы, минусы и так далее. Вот, но потом думаю, ладно, так посмотришь. Так, где там Дашенька? Дашенька. Сейчас Дашеньку найду, тоже ее скину. Опа, вставить, отправить. Здравствуй. Ты сегодня дома или ты сегодня не дома? Так, а в чем вопрос? А да я просто, когда он у меня был, я его настраивала, чтобы прям звук был очень хороший. И вот они попросили видосики, чтобы посмотреть и, может быть, как-то что-то себе там подкрутить. Привет, Гвинрокси. Да, все. Все? Плати. Зачем вести себя как ублюдок? Кто ведет себя как ублюдок? Дэдпул Росомаха норм начало? А, да, начало было неплохое, а потом уже немножко подзаебало. Но пойдет. Не могу сказать, что... Рада, что в кино на него не пошла. Зависит от того, с какой целью спрашивать... Ты просто глянь на него, ну что за... Вообще... Я не понял, ты красивее. Жесть. Ладно, я пошел сосать в танках на... Давай, иди. Соси, удачи. А, так это не только 669, любой микрофон нужно дотягивать. Ну просто у них такой микрофон, и вот те видосы, которые я смотрела... по этому микрофону, когда он у меня был, как я его вытягивала. Вот я все скинула. Все я заказала. Молодчина. Так, у меня теперь вопрос к вам. Вы хотите сперва в Чужого поиграть или досмотреть уже сериал Юг? Как эту злупу сделать, чтобы он уши не резал? У меня вчера в конце стрима вебка упала. Вебка. Как она у тебя упала? Гоу Чужого. Так ты дома или нет? Гоу скрипты на ёбаню. А в какие игры ты играешь вообще? На стриме я играла в... Сейчас тебе скажу. Короче, я ее считаю просто, что это игра Лили. Ну, там нужно ходить духов разных... Как это правильно называется? В общем, ты проходишь разные препятствия. В общем, там был мир, в котором что-то произошло, и многие человечки, так скажем, их заморозило. Вот. И теперь тебе нужно прыгать, бегать, сражаться и размораживать. Типа ты сражаешься с боссами, и эти боссы потом превращаются в нормальных. Ну, там типа магические всякие штучки. Вот. И в Чужого. Это те, которые на стриме конкретно. Потом, если вне стримов, то в последнее время играли в КС-ку, но я вчера словила жесткий тильт, поэтому решила, что в пизду, блядь, эту КС-ку надо передохнуть. Но при этом уже, походу, зависимость возникла, что я готова и сегодня идти задрозить. Ну, так как какие-то такие вот дела. Стояла на лампе, как ебница, я хуй знает, чего она, женщина ходит. Хорошие стереотипы пошли. Ну, вообще. Я когда вебка у меня, ну, к
когда я стримила только с телефона, у меня был максимально дешевый какой-то маленький штатив. Лина, это не КСК, это компания. Ну да. Да, я только долго ее стояла, опять за нас стоять после концерта. Чужики привлекательны, там же новый фильм вышел. Да, я видела, что новый фильм вышел, мы хотим как раз посмотреть все части фильма. Конечно, надо играть компания дурачков, чтобы было весело. Типа просто есть разница, когда вот... Я вчера поругалась, блин. Только хотела спросить про КС, заметила, много играла. Привет, Мухов. Да, короче, я наиграла за эти 3 недели уже 140, по-моему, часов, что-то такое. Я не могу сказать, что я, типа, хорошо играю. Да, я стала лучше играть, чем с первого запуска, это понятное дело. Вот, но есть просто разница, когда, вот, например, мы начинали играть, я играла с Ультимитом, играла с финалом. Финал такой, что он тоже как бы на победу стремится, но при этом он бывал, отпускал вот эту вот задротскую свою часть, и он такой, типа, а, ладно, похуй. С Ультимитом вообще заебись играть. Мы, типа, с ним идем просто, чтобы эмоции какие-то получить. Там бегали друг за другом, если это бой насмерть и так далее. Да кто этот ваш Ультимит? Ну, блин, вот. Потом я такая думаю, ну, надо как бы, хочется там еще с другими поиграть, со своими людьми, там, которых я знаю и так далее. А они, блядь, они такие задроты, это просто пиздец какой-то. Они настолько играют хорошо, и вот они стремятся к победе. И ты чувствуешь себя таким ушлепком, когда играешь с ними, потому что я не умею так играть. А у них потом сгорает. Сперва они такие, типа, да ладно, ладно, все нормально, что я от тебя требую, там ты-то столько наиграла, ты там столько это. А потом в какой-то момент хуяк! И начинают чуть ли уже не орать. Типа, какого хрена ты там стоишь? Или какого черта ты там туда-сюда идешь? И в такие моменты ты чувствуешь себя просто вот каким-то ничтожеством. Не то оружие взял, все. Ты говнюк, блин. Я КС забросила 5 лет назад. Но те, кто возвращается в КС-ку, они все жалуются. Типа, это не CSGO, это какое-то полное дерьмо. Как говорят. Эх. Что ты? То ли хотела спросить, кто играет на корову бан? Я ее нахуй на термоклей или из ленты захуярю, такой бандаж ей устрою, охуеет. У меня вообще 2к плюс часов со всех хаков, я всегда хуйней страдаю. А, я видела, ты же вчера тоже играл в КС-ку. У челов, кроме цифр, в игре нет ничего. Пусти. Если что, кстати, подписывайся на Дискорд, типа, заходи туда. Ну, мало ли, захочется тоже поиграть с нами. Боже мой, есть такие люди, я с такими не играю, я иду играть для удовольствия, а не для киберспорта. Ну, это, конечно, рофл, так потеть, если только ты не на мировом турнире. Раньше трава была зеленее. Шибарь микрофона, ага. У меня же там КС куплено раньше. Ну, у меня, короче, мне подарили Prime. Вот. В целом, я не против играть. Бывают разные дни. Я просто вчера как бы тильтанула. Я не отказываюсь от игры вообще в целом. Я не отказываюсь от игры с этими людьми, потому что с ними все равно как бы типа приятно играть. Но бывают вот эти вот моменты, когда я понимаю, что меня просто в любую секунду может что-то задеть. И самое, не знаю, самое, наверное, неприятное, это то, что люди не замечают этого, и они потом думают, блядь, мы тебя поддерживали вообще-то, что ты там обиделась, на что ты могла вообще обидеться? А я не знаю, я уже сгорела, я уже обиделась, я уже 1000 раз пожалела, что я вообще когда-либо запускала эту чертову КС-ку и собирала людей. Такое уже было с Валорантом, когда начинают, типа, шутить из разряда, а ты когда меня играть научишь? А ты играть не пробовала? Или когда я сижу там что-то себе под нос мурлычу, поскуливаю как шакал, я уже вам говорила... То потом мне говорят, а ты петь учиться не пробовала? Или, а ты петь не пробовала? Ты такой думаешь. Сука, блядь. Ну, я тоже токсик. Я не отказываюсь, мы все токсики.
Вот. Ну, я иногда прям, ну, потом от, людям достается от меня, конечно. Я человек злопамятный, оказывается. Ого, наша стримерша. Привет, Лина. Привет, Алмаз. А команда у вас полная или добираете? Вообще, когда как? У нас просто тех, кто играет в КС-ку, очень много. Просто мы по времени не всегда совпадаем со всеми. Вот, бывает, конечно, такое, когда собирается полная команда, и еще приходят те, кто хочет поиграть. И вот это вот становится такой очень... Такой вот прям... Вообще, я думаю, что если 10 человек прям собирается, то можно спокойно закрытые же пати играть, да? Во Флориде творится? А что там во Флориде творится? Погодите-ка. Новости Флорида. Ты же серьезно сейчас, да? Одиннадцатого октября, апокалипсис. Чё, блядь? Ураган Милтон обрушился на Флориду. Я вообще не токсик в играх, потому что играю в соло-режимах КБ. Ну да. Да. У нас есть шутки насчет лолтап и прочее, но мы всегда предупреждаем, когда с кем-то начинаем играть, что мы веселые, но порой наши шутки сильно токсичны для кого-то. Ну вот я про это и говорю, что у каждого свои рамки и меры. Вот вчера и всасывали, потому что песен не было. Я бухаю, похер. Сейчас посмотрю, я открыла. Десятки разрушенных домов, перевернутые автомобили. Телеканалы сообщают как минимум о 4 погибших. Ебать, 3D. Сейчас покажу вам. Смотрите. Я ору вот с этого. Заставки этой ебливой. Флорида во власти урагана Милтон. Телеканалы сообщают как минимум о 4 погибших. Прогнозировали, что эта стихия станет едва ли не самой разрушительной в истории страны. Достигнет наивысшей категории. Но при подходе к побережью Милтон ощутимо сбавил обороты сначала до третьей, затем и вовсе до первой. Но, тем не менее, масштабы разрушения... Первый канал лично там был. Максимальная скорость ветра почти 50 метров в секунду. Около 3 миллионов... Бля, ебать, вы шутники, конечно. ...не привели к пожарам. Были отменены или задержаны тысячи рейсов. И это еще не финал. По прогнозам урагана... Это не финал. Финал? Ты где финал? Это ты монтировал. Ой, блядь. Я просто новости перестала читать, чтобы лишний раз дико не разочаровываться. Но я, как я играю с подругами, спокойно объясняю и угораю. Ну вот, дело в том, что женщины, я заметила, по своей натуре сами по себе, мы очень обидчивые. Нас может обидеть любая вообще какая-то шуточка, которая, казалось бы, вроде шуточка, но она воспринимается не как шуточка. А еще очень часто скачет настроение вот под это настроение. Бывает такое, когда настроение, ты тоже помогаешь захуесосить кого-то, и там готов и себя захиросимить, блин, и своих там, свою Тиму и прочее. Вот. А есть такое, когда резко так хопс, по щелчку, ты такое, каждое уже слово воспринимаешь как какое-то, ну, как говно в свой адрес. Вот. И в этом вся проблема. А парни, они такие вообще похуй, какое-либо не было настроения, они скорее сами себя зафигачат за то, что они плохо сыграли, нежели чем кому-то позволят. И их, кстати, не будет кто-то хиросимить. Ну, реально. Они только сами себя хиросимят. Ну, ладно, пофиг. Но вчера с типом играл, мы срали друг друга только так. После игры мы чуть ли не пара были по общению. Ну, такое тоже бывает, конечно. Лин, ты же ёжик не колет. Угу. Так там же все живут в ожидании шторма, бункер и так далее. Ну, это да. За Хиросиму записала. Японцы сейчас сидят зергающимся глазом после твоих фразочек. Да блин! Херососить себе за игру херовую, это нормально. Ну вот. Просто не знаю, как бы вот такое вот тоже бывает. Ладно, Ultimate, запускай. Запускай нашу боевую.
голосую. Запускай голосовалку, куда сперва? Досматривать сплошные плюсы. Досматривать серию сериала, последнюю, надеюсь. Я надеюсь, на второй сезон не продлили. Я не хочу второй сезон смотреть, честно. Вот. Либо в «Чужого» сразу идти, и Ангелина будет обсираться жестко. Ту-ру-ру-ру. Привет, хвост собаки. Все японцы начали рыть бункер. Самокритика — это нормально. Нет, самокритика — это даже хорошо, я бы сказала. Вы готовы? Потанцовываем. Блин, я не знаю. Тут просто голосовался, это такие неожиданные. Как и все в этой жизни. Все, я пошла флексить, у меня приятного аппетита. А что ты заказал, кстати? Блин, кажется, я что-то себе здесь не так наклеила. У меня теперь вот здесь вот держится, болит. Точнее, как холодная рука по утру, хуяка, просыпайся. Это я, да. Оп. Оп. Мне кажется, у меня глаза покраснели, да? Страшно вырубай. Солянку, мажетель, берн, круассаны и пельмени. Нормально, ёпта. Как бы. Неплохой такой завтрачек. После «Чужого» покраснеет. Мне кажется, после «Чужого» я вообще не вы... Ну, как бы не встану, не выйду там. Сидят крокодил Гена и Чебурашка в военкомате. Гена, Ген. А нас брить будут? Не знаю, спроси у мышки. Я не мышка, я ёжик. Солянка на завтрак, реально, нихуя себе. Я помню, как я завтракала этими варениками с картошкой. Ебать, вкусно было. А что такое вообще бёрн? Пойду загуглю. Бёрн — еда. Нихера себе, как бы, да. А, господи. Я-то думал, сейчас я покажу вам. Блядь, вы же схуеете. Включает несколько видов мяса и колбас в качестве гарнира, которым также могут подавать квашеную капусту и картофель. Ну, как бы, завтрачек у тебя, ну, то, что надо, как бы, да? Ну, типа, как будто бы вообще бешпармак уже какой-то. Ну, я бы такое залупенила бы от души бы. Ну, смотрите, какие сосисочки, как бы, да? Лёша, ты что-то как-то вот как-то решил хорошечно так позавтракать, слушай. Прям, ну, прям топ. Не, не, это уже не то, это не то. Вот, ну, вот это вот, ну, ей-ху-ху. Я купила энергетика, это не то. Да рассказывай, тоже мне тут, конечно. Ты скрываешься так просто. Отличное хрючево. Здравствуйте всем тем, кого давно не видела. Ты это, здравствуйте. Нам-нам, здравствуйте. Нам-нам-нам-нам-нам. После «Чужого» там девка из Pacific Rim 2. По-моему, да. Что решила, играем или смотрим? Выбрали, что играем. Вареники с клубникой. Блин, я хочу вареники с каким-нибудь ягодой. Предлагаю еще один вариант. Лост. Нет. Хорошо, что за юг не проголосовал. Качели были бы. Мясо с мясом на гарнир. У меня на завтрак торнадо. Блин, вы вообще... Я, кстати, вчера только увидела, что у нас есть этот... Как его... От этого, от Литвина энергетики. Как вкусно выглядит, по привычке начал пердеть. Ебала в рот от чужика бегать. Ну вот сейчас так и будет. А потом смотрим, успокаиваемся. Ну пиздец, лишь бы
не перед Усанином, да я и не хотела пробовать. Так, ладно, запускаем. Раз вы выбрали нашего любименького чужого, перекидываю вас на эту сцену. Запускаю это добро. Блять, я уже боюсь. Зачем вы так со мной? Отлично вспоминаю свои эмоции от первого прохождения, когда эта мразь была максимально нечитаема, сыкливости было достаточно. Да, блять, я даже еще ее не видела, мне уже страшно. Приколисты, блин. Так, запустилось, отлично. Давай, может, договоримся, на какое количество смертей? В каком плане? Нет, не играла. Я распишу по минуту, где какой энергетик хуёвый, как кто взял рецептуру и изменил. Будьте меня слушать, и умрёте от инфаркта. У меня тоже элита стоит, позже ебану. Да, может, договоримся на это. Бля, какой-то средневековый рецепт. Там курицу обматывают, в бекон и запекают. Прикол. Попробовать? Что-то знакомое, как будто бы кто-то уже говорил. Может, ты про него и говорил, кстати? Ну-ка, погоди-ка. А, это, наверное, финал вчера про эту игру говорил. Ебать. Это там, где дом... Да, да, это финал вчера про нее говорил, точно. Пиздец. Активируем режим на цыпочках, сука, без шороха. Привет, привет. Ты что, уже в колледже или только топаешь? Мол, померла 10 раз и хватит на сегодня, но при этом не стремиться к встрече с чужим. Ну, давайте, хорошо. Да, я помню про блюр. Я выпил с хуевую гору разных энергосов, вообще... Еще не единственная разница в вкусах, все. То ну, 10 смертей, это аж к середине игры будет от него в первой половине тяжко сдохнуть. Ага. Там голову включать надо, не обосраться. Я заболела. Выздоравливай. Так, ладно. Делаем. Смело. А, я очень смелая. Бамс. Теперь. Бамс. Где-то моя веб-камера. Теперь вот так вот. Да иди ты нахрен. Ты можешь обрезать? Препер Мейсон. Обрежь, пожалуйста. Вот говно. Почему не обрезают? Да. Нет, ну это издевательство. Да. Во. Привет, Феликс. Да я и так уже жмав ее. Мама! Приди меня сану, чтобы я не знала об этой игре ничего абсолютно. Сейчас за волосы заберут, и я знаю, что я обосрусь нахуй. Игра еще не включилась, а на экране скример в виде Ангелины на весь экран. Привет, доброе утро, Скайрей. Могу сказать действительно мощную штуку. Куда ты там интересуешься, Ярослав? Господи боже мой. Какие же вы любители себя довести до не пойми чего. Блин. Упс.
Сейчас мы собираем тут так вот. Так вот. Ну, не рекорд с бухлом, один из банок не работает. Так вот соберем. Так. Я проснулся, как тревожно спал. Блин, порвалась. Пиздец. Я проснулся, как тревожно спал немного, но вроде теперь ему так сказать. Блин, я сочувствую, я ненавижу просыпаться с тревогой. Я просыпалась с тревогой, наверное, последний раз где-то на полгода назад. Где-то так примерно. Все это время все нормально было. Что вообще очень радует. Игра, когда вышла первая версия Чужого, лазить по потолкам и стенам за Чужого было так весело, что потом на некоторое время координация нарушалась. Я, когда вышел Чужой, там можно было выбрать за охотника вот этого, который... тоже с Чужим сражался. Потом можно было за Чужого играть, можно было играть за человека, и можно было играть за какого-то вот этого вот типа личинуса. Вот, и я помню, что мне прям эта игра пиздец как нравилась. Но больше всего мне нравилось играть именно за охотника. Ну-ка, погодите, надо на себя посмотреть, насколько я обсосыш. Ладно, лучше не станет уже. Так, теперь. А? Да где ты, сука? Альтимита, ты поменял? Ого, Караганда! Обалдеть. Привет. Здравствуйте. Вы откуда такие побежали? А я не мучаюсь головой, кипарь на деву и кайф. Да ты вообще, блин. Так, все, тихо. Все, нафиг. Вперед. Где мы, мышка? Ушли. Что по звуку? Мама. Привет, Винчестер. Пока норм на себя, можете громче или игру чутка тише. Сейчас. Игру чутка тише, себя чуть-то громче. Вот так. Окей. Если буду орать. Альтимит, ты же поменял категорию? Подождите, а мы разве... Что надо сделать? Да иди ты нафиг. Мы разве тогда не с этого же... А, нет. Или да. Давай что-нибудь заберем. По-братски, пожалуйста. Да, все нормально. Сохранилось нормально, отлично. А то я уже боялась, что придется по новой эту хуйту проходить. Да я же Dark Souls. Да какой там, блин, мне первый заказали, я уже боюсь его проходить. Е удержать и спрятаться. Ага. Поняли, да? Типа, что нас ждет? Мама, блядь! Ладно, быстро. Что там надо сделать еще раз? Так, паспортный контроль здесь. Пройти через главную дверь, найти, чем открыть затвор. Здесь какие-то камеры. Паспортный... Мы туда направлены, а нам надо как будто бы в другую сторону какую-то. Вот сюда. Блядь, как же мне уже страшно. Еще мне кажется, что мне слишком темно. Игра слишком темная, да? Блядь.
Не, реально слишком темная. Давай, потопчись, потопчись. А, нам... Блин, капец, какая она темная. Так, вот это не туда, вот это вот. Сейчас я себе тут натыкаю. Все, натыкала. Посветлее будет. Ангелина, главное, стреляй в голову. Да было бы чем стрелять, блин! Пожалуйста. Можно хоть что-нибудь? Так, главный. Нет, мы не туда выходим. Ты, блин, почему я такая тупая? Как выйти отсюда? Так, ну-ка. Ну, как будто бы тоже не туда. Ну, ладно, прогуляемся, спасибо. Оттяну время своей смерти, кончины. Трупики, светильнички. Ой, ебать. Вставай, Ержан. Пора чужого хуярить. Не, не катит. Если так стану, интересно, меня будет слишком сильно видно или будет слишком сильно видно? Я же здесь уже была, да? Надо было сказать, что он обосрался, я сразу соскочила. Нет, ну мне туда не на... Нихера себе я путёк прошла уже. Стоп. Почему она не может бежать? Меня так это раздражает. Еще бы медленнее ходила. Нет, пофиг, сюда идем, возвращаемся. Почему так темно? Почему я такая вообще привередливая? Если ты вдруг его увидишь, стой, не двигайся, он реагирует на движение. Да в этой темноте бы хоть кого-нибудь бы, блядь, увидеть. Хоть что-нибудь бы, не говоря уже о чужом. Он же черный, как ночь. Ты хочешь сказать, что он будет где-то здесь? Блять! Нахуй, пизду, блять! Почему она бегать все еще не научилась? Это так сложно, что ли? Я посмотрю, как ты будешь бегать с кирпичным забором в трусах. Так, ладно. Все, мы поднимаемся назад. Но если нам здесь дали какие-то каюты для пряток, вот это вот, ну вот что-то удерживать, спрятаться. То единственный вопрос, типа, он как может попасть? Хей! Отсюда? Так, хорошо. Значит, все-таки. Нет, это, блядь, выход отсюда. Не надо нам туда. А где была вот эта штука, где. Вот это сохранится. Вот это сюда. А, у нас же вот еще дверки всякие. Прыгать не умеем. Слушать не будем, нахуй. Помним уже. Чем это чревато? Выходи! Что за слюни? А, мы же здесь уже тоже были. Мы хотя бы в правильном направлении. Уже спасибо. Вставай. Ну что же ты лежишь?
Привет, Шарик. А чужой такой непоседа все время бродит, был бы как ержант, лег спать и проспал все время. Феликс, пожалуйста, не пугай меня. Блять, нет, мама. А нахуй я это сделала? Да пошел ты к черту! Валяешься тут! Я что, просто так кругаля даю, что ли? Блин! Блять, почему так сложно? Я нихера не понимаю в этой игре уже ничего! Это что такое? Это просто стена. А кто будет слушать? Слушать что? Кого? Скримриер. Пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Спасибо за деньгу. Мне страшно, пиздец, уху. Я не понимаю, правда, куда идти. Мне уже страшно. Так, ну. Ну, правильно же шла. Ну, пожалуйста, ну, кто-нибудь скажите мне, что вот я туда надо, туда. Правильно. Может, это здесь? Шар какой-то. Шар, шар, скажи мне, шар. Нет, туда не надо лезть. Мы вот эту открыли. Все верно. А потом? По-моему, я что-то не то делаю, вам не кажется? Может, мне правда нужно назад идти? Можно забрать эту штуку? Ладно, хорошо. Нет, ну пожалуйста, подскажите мне. Я не понимаю. Блин, а какое задание на карте? Пройти через главную дверь. Найти, чем открыть затвор. Интервью. Ну вот. Типа я иду сюда. Это что? Я не понимаю, что это за штука. Ну это, наверное, не то. Короче, ладно, идем. Ты подобрала инструмент? Я подбирала его, я им дверки открывала. Я не знаю, где тут проверить. Ну-ка, сейчас. Тут какая-то штука, это не то. Это не то. Это не то. И... Так, это что? Это мы присели, видимо. Вставай. Здесь вот обычно были какие-то штуки. Ладно, все, бежим. Все. Бляха-муха. Не надо так делать. Ладненько. Приятного стрима. Я пошел относить джинсы на возврат.
Давай, хорошего тебе дня. Если что, забегай. Спасибо тебе большое за поддержку. Вот, вот, вот эта вот штука была, по-моему, это главная дверь. Вот. Ебать, я гений, Евгений. Руки вверх. Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты, Рипли? С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну, ха, я рад слышать, потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка, только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Я так с женщинами знакомлюсь тоже. Не Шрику. И кто же? Убийца. Ясно? Ясно. Да ты что делаешь, обалделший? Не дам я тебе жидкий корм, у меня его нет. Ты прям как Excel, только не таблица. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Чё, Лина? Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Да я не могу не жрать губы, мне страшно. Мем про Excel, так я просто, блядь, хуету всякую сморозил. Ты о чем вообще? Ричтер, в моих шутках не ищи какой-то, там, не знаю, жесткий посыл прям. Хуя себе пригубила. Никогда не на бутылке обычно похожу с 2 литрами. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Ага, ты хочешь сказать, типа, он гонял за мной прям все эти кругляшки, что я тут нарисовывала? Да-да, по пизде. Держись рядом. Что? Эй, да-да. Тихо, тихо, мы не хотим проблем. О, здорово. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Пидорас. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Паутки, паутки, пауту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Какой еще банворд? Погоди, сейчас лифт открою. Бляха-муха. Блядь. Где страшилки? Жми на кнопку. Спасибо большое, блин, за донат. А чё так страшно-то? Подбирают же самые моменты. Грузовые перевозки. Let's go! Блять, как страшно. Давай-ка потише. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Сядь, вот сядь, король, блин. Будем трепаться, сколько захочешь. Вот именно, в
мой корабль. Я хочу знать, в чем у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Здесь не работают. Кое-кто похож. Озвучки. Монстр. What the fuck? Мама. Так, мне это напоминает очень сильно, когда я туда играла вне этого. А, он хоть с пистолетом, спасибо на этом. Чё ты на меня пялишь, блядь? Мне тоже страшно. Чё там взять? Берём шприц. Фигнёй страдаем. Депух, нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Филя, ты чё плачешь? Ну, по факту... О, этим ребятам лучше не показываться. Ну, по факту навалил. Иди со мной. Давай, лезь. Да лезь же ты, блин. Ты чё, падла? Тихо, не ори, дура. Вот, вот так. Отлично. Сестрёнка, я застрял. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанийских, как я. Да ты тут ещё компаньон, ага. Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки не для красоты. Надо же что-то делать. Мама. Известно, что выживать. Слишком узко. То я в не помещаемся уже. Все, пизда. Третьего точно не возьмем. Ясно, сидит, палит на мужскую жопу. Да уж поняла. Да, блядь, было на что мы смотрели еще. Лазь. Да и что? Смотрите, какая низкая. Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Белого вещества набрали. Отлично, отлично. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Берем вот клеек. Неделю он здесь тут уже сидит. Темень, глаз выкали. Так что возьми фонарик. И батарею взять не забудь. Прям как в жизни без негатива. Не, ну мужские жопы это топ. А то нас заметят. Пошли. Да женский тоже. Чтобы перезарядить фонарь, задерживайте F. Вуф. Буфала, вуф. Сюда. Записали. Вылазь. А, блин, как будто вываливается, не вылазь. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Давай, осмотрись. Эта шахта единственный выход. Найди ее. Батарей для фонаря мало, так что не трать их понапрасну. Окей. Подожди-ка. Понял. Расскажите мне, кто сегодня обосрется. Это буду я, о да. Люблю обсираться не понапрасну. Сука. Почему так страшно? Зачем ты меня родила в эту жизнь бренную, страшную, опасную? Аксель, это она? Я просто подожду, пока она дойдет до андроидов. Когда сейчас девушка понял, как чувствует себя девушка в Турции, что боится свою жопу буквально. Свою жопу буквально. Ну да. Так и есть, правильно. Надо бояться за свою жопу. Идем.
Она в вентиляции. Задание мы получили с вами. Лучше тут не задерживаться. Жопа ищет приключений. Хе. Можно выключить фонарь? Во, отлично. Зарядка как бы за меня. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Детка. Как говоришь, корабль-то называется? Тихо! Там кто-то есть. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли. Лучше его не зли. Этого надо. Это ты предложил мне. Иди за мной. Дайте случайно на F нажму. Тихо ты! Блин, нас сейчас застукают, по-моему, да? Стой! Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите, кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Последние запасы проверял. Ну я, а что? Ничего, круг. Ко мне прилипло? Не понял, ты чего несешь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джо смастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И что? Ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я Спасибо большое. Еще большое спасибо за погашенную комиссию. Что случилось? Бу-бу. 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 Сам взял и сдох? Блять. Кто-то есть. Кто мне теперь деться? Посмотрим. Все за мной. Это что такое? Убейте! Вставайте, Кати, 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 Кати! Блять! Сука, нет! Ой, блядь, осуждаю, осуждаю. Вы ничего не слышали, вы ничего не видели. Подождите. Простите.
Чё Лино? Джолино. Это был страх. Вкусно. Жопа мангуста. Блин, ну почему я сдохла? Да иди ты в жопу. Это было уместно. Да понятно, ну блин, все равно. Уместно, неуместно, но... Почему нельзя сохраниться? Еще придет. Мы это уже смотрели. Связь будет в технобашне. А что, контрольная точка так далеко? Я не знаю. Через грузовой терминал. Только осторожно, грузово можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Идем. Ты ведь не имел в виду меньшинство, а именно говорил про некую инопланетную сущность, появившуюся на данном корабле, никак не относящуюся к человеческому виду. Давай, я не намерен тут долго. Такая хитрюга вообще. Так ты за мной шел. Жесть. Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. А если я быстро к ним заскочу? Я Том, а это Джерри. Блин, нельзя. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Ну так вот уж. Иногда не нарочитое усложнение сейвов очень душно, особенно если жанр еще своеобразный. Так оно надежней. Надеюсь, про корабль ты не соврала. Погоди, сейчас лифт открою. Давай, открывай. Дай-ка я. Грандер, привет. Лаской. Давай, спускайся. Ну? Чего ждешь? Жми на кнопку. На пикающих штуках всегда сохраняйся, даже если прошла 2-3 минуты геймплея и сделала что-то, сохраняйся. Потише. Сейчас. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа моя, давай так. Вот сядем в свой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Мне страшно, у меня еще ноги замерзли. Хорошо, что батарея рядом. Так вытянула ноги, нормально греется. Все. Ладно, объясняю. Ой. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Монстр. Монстр просто альтернативный. Шутки, блин. Черт, валим! За мной! Пригнись! Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Ты опух? Нет никакого выхода. А тут хотя бы тихое местечко. Держивай контрол. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Ага, придут, будем стрелять. Че? Заткнись. Прикольно. И не беси меня. Ну-ка, подождите, а как? Тут уже нельзя сохранить просто. Мы опять магазин для котиков закрыт, хотя по графику он должен работать, если будет закрыт магазин в рандомное время. Иди за мной. Ты фиг поймешь вообще, чего они хотят. Ну, почему, точнее, они... Я так долго не... Почему они закрывают? Ты можешь, пожалуйста, ну как бы да. Сохранять надо в определенных местах. Ну это да. Это-то понятное дело. Знаешь? Да встречались пару раз.
Чужаков они не... Я в другом магазине подумал. Как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки мне для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Осуждает он себя. Сперва, блин, ляпнет. Как с цепи сорвался. Потом сама осуждает. Что ой, речь тебе. Да уж поняла. Вылазь, женщина. Молодец. Ты что, здесь живешь? Уж извини, так... у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Что там было? Тут местами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. И батареек взять не забудь. Понял. Ирущий бегающим по ночам смотрит на попу мужичков. Только не включай. Чё, уже поев? Сел Бэдворд, а Бэдворде потом сижу, создаю себя все, вместе с чатом. А, вот она где была! Вот я тупень. Дрюпень, конечно, тот еще. В смысле F? В смысле... Жмаку, жмаку. Ой, блин. У меня спина отваливается. Чтобы перезарядить фонарь. А, ну это я видела. Да. Его-то использовать, чтобы тоже нужно F-ку нажимать. Нет, ладно, не будем. Погодите. Мы отсюда пришли. А куда делся наш парень? А, ждет, ладно. Давай, жопа, ползи. А-а, сканула. Да, есть немножко. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Давай, осмотрись. Эта шахта оп. Единственный выход. Оп. Найди ее. Да, съебайся, нарисуй. Блять. Застрять это просто профессионально. Спасибо за фоллоу. Не знаю, что я буду делать, смотреть тебя и гитару клеить. Давай. Так вот же она. Нет, это мы отсюда пришли. Блять. Родным сообщи, а то кто тебе будет гитару отклеивать потом. А, мы же там что-то ходили, по-моему, брали, нет? Да. Бейджик. Сейчас назад, назад, назад. Блин, а как мне потом... Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Все. Можно и так подождать его. Пацаны, какие-то дыры залезать надо. Я знал, что она где-то здесь. Видишь? Я же говорил. Да вижу, давай быстрее. Что, беда, что, блядь, спать? Ну, как лечь уснуть на стуле? Блин, а как мне спрятать... Как мне, точнее, тех обойти? Я боюсь, что я не смогу их обойти. Еще кушать очень сильно хочу. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Детка. Детка, ты моя конфетка. Как говоришь, корабль-то называется... Да никак. Тихо, там кто-то есть. Да, принято, так точно. Надо идти к остальным, у них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли, лучше его не злить. Мы тут дожидаемся, пока нас прикончат. Иди за мной.
тихо, блядь, то громко. Вы видали, как его сейчас засосало? Так, теперь тихо. И фонарь не включай. А как мне обойти? Да молчу, молчу. Стой. Да, блядь. Ничего. А что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу полезу. Я тоже Марс Ясно. Хочу. Стерегите, я запасы проверю. Их много, и у них пушки. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Класс. Последние запасы проверял. Ну я, а что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял, ты чего несешь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джо смастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И блин, что? Я туда не смогу ты пройти. Он этого не говорил. Отсюда я в ту сторону. А ты поменьше говори. За умного сойдешь. Идем. Что случилось? Генератор сдох. Что, сам взял и сдох? Там кто-то есть. Кто-нибудь это видел? Блять. Да беги ты, дура, блин. Сука. Мне, наверное, надо было просто там отсидеться, да? Да. Я реально прям вот... Тупая, ну да, жестко. Ладно, вот сейчас точно смогу. И что теперь? Да блин, они так много пиздят. Еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Давай, осмотрись. Эта шахта единственный выход. Найди ее. Так, стоп. Там надо забрать бейдж. Разбавляю серьезными новостями. Спитая смогу запретить в РФ. What the fuck? Не нравится мне здесь. Никому не нравится, мужик. А где я видела бейджик? А вот он. Так, оттуда. Эксперты полагают, что компания... Аксель, это она? Господи. Погоди, я сейчас. Понапридумывает же, Бен. Я, к следователю, потратил бы все батарейки и шлялся по темноте. Это здесь. Видишь? Я же говорил. Я просто хочу побыстрее выбраться. Честное слово. Идем. Да идем, идем. Лучше тут не задерживаться. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят. А как мне получается, если я жмякну генератор, отключу? Потом я такая, текаем, прячусь в том углу, в котором я тогда спряталась. Они все проходят, то есть третьего... Там кто-то есть. Третьего нужно дождаться. Да, принято.
Вот, третий потом проходит. И я чё? И я потом только выхожу, да? Привет, Мордук. Здравствуй. Надир, привет. Почему ты ненавидишь эту игру? Из-за чего? И фонарь не включай. Не могу подсказать, как пройти этот уровень, оставим на вашу душу. Спасибо. Стой. А что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите, она страшная. Сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Я отлично выгляжу, ты чё, Надир? Я вообще капец какая помятая. Отбитая. Как? Устроим диверсию. Давай. Ой. Вообще вы врунишки, конечно. Класс. Ой, блядь. Уебать. Кто последние запасы проверял? Ну я, а что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял, ты чё несёшь? Эй, ничего он не брал, я был рядом. Считались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джос мастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Кто сообщит об этом боссу? Боссу? Да он обычный продавец. И что? Ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я говорю... Феля, мы... Да, Феликс, у меня тут битва миров. Сейчас я возьму случайно, включу фонарик. Что случилось? Генератор сдох. Что, сам взял и сдох? Там кто-то есть. Посмотрим. Все за мной. Так было надо. Это ты предложил, не я. Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Но вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал. Или крыса залезла и нажала на аварийное отключение. Крыса? Ну, хреновая должна быть крыса. Ну, не знаю. Что-то шутки шутит. Тот же шутник, что нас... Где наш говнюк этот? Ничего, у нас пушки. Что, давайте... Спасибо, Микс Мьюзик. Да как сохранить? Да тут негде сохранять. Да я не могу сохранить. А, да? О, ебать. Ладно. Прикол, как блядь. Эй. Блядь. Сохраняйся. Сохраняйся! Надо у костра отдохнуть. Господи, спаси, сохрани. Слышишь, пикает, если пикает, то... Да-да-да-да-да, я понял. Только мне нужно понять, а где мой дурак, который со мной был? Мне... Переходи из двери, иди в левую часть комнаты. Генератор, склад... Сохранялка здесь, сохранялка тут. Все понял. Сейчас может чем-нибудь нажить. Прыг-скок команда не прокатила. Правильно же пошла, да? Ну да, правильно. Походу. Можно как-нибудь тут? Почему она не жмякает? Как думаете, пробью голову или нет? Не туда? А, вон туда, наверное, прямо, да? Или нет? Но я отсюда притопил. Ну там змейка или косынка. Ты вот давай не надо.
А, вот он же сидит, придурочный. Чё, блядь, сидишь, сука? Да присела я. Ты чё, дебил, светишь, блядь? Поэтому ты топаешь, блядь, как слоняра ебаная. Сама добрата. Это я, да. Я такая добрая, очень. Очень добрый. Добрый человек. Мне страшно, просто пипец. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Превосходно. Я тоже на это надеюсь. Что, не такого ты ждала от Севастополя? Да. Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза сквозь пальцы. Так я сумел добраться до товарищей, не заметил. Пропажа станции закрывает, мало ли что, может потеряться в самотохе. Насчет таможни, не волнуйся, Синклер велел своими докапываться. Да и вообще сейчас не до нас, они там только и делают, что с утра до вечера пересчитывают взятки. Думаю, что ты получишь за что заплатил бы или... Так... Ну-ка, опись. Ай, блин, почему я? Я хочу скушать, хочу. Не, Арсен, я занесусь в первую вахту и дверь, так что читайте внимательно, сражайтесь. Замок был непросто, будет обидно, если сюда кто-нибудь пролезет из-за того, что вы не разобрались в инструкциях. Это так называемый замок на двух человек, то есть для того, чтобы его открыть, два человека должны одновременно задействовать две консоли, большинство из нас друг с другом незнакомы, так что это самый верный способ обезопасить припасы и гарантировать, что никто не захапает себе все наше добро. Вы должны дежурить по очереди и предупреждать друг друга, когда нужно будет впустить или выпустить кого-то из нас, и я имею в виду только нас и больше никого. Неважно, кто там будет вас умолять и какие слезные байки они будут рассказывать. Я раньше был в одном отряде, но мы дали слабину. Теперь я единственный, кто остался в живых. Не верьте никому. Да. Ты такой умный просто. Аспирин, консервы, крупа. Вода, зубная паста, сигареты. Все самое важное просто. Боеприпасы на исходе. Зое удалось раздобыть какие-то рецептурные препараты. Все выписаны на то имя. Видимо, этому человеку не больше ни к чему. Я слышала ее без посторонних где-то в глубине. Она добрая. Правильно, конечно. Обсуждайте меня, пока я вас не вижу. Конечно. Спасибо за фоллоу. Ты вчера не поняла, что она доброты, когда Виз пришел? Вообще-то я его... Получен чертеж. Вы нашли чертеж с позлитки, чтобы собрать все компоненты в меню Q. Аптечка. Прогресс. Нажатилка, чтобы создать. Чё, блядь? Этанол. Вещество. Приз. А, понятно. Тут нам еще надо что-то лечиться. Пошли, что стоишь? Ладно, хорошо, не иди. Встань, надо, встань, надо, встань. А что он ждет? А, создать надо все-таки, да? Кайф. Так. О, мои клеечки теперь нужны. Переместить курсор. Enter, использовать деталь. Выход. Ага. Enter. Использовать деталь. Щелкните здесь, чтобы создать. Это на лобахну четко. Предмет создан. Цель выжить. Сделать предмет. Прекрасно. Что, еще надо что-то создать? Я что-то не понимаю. Аптечка 1. Enter.
Enter. Шприцажок. Понял, понял. Удерживать R, чтобы использовать. Нифига, аж в глазах посветлело. Ты собираешься проходить, тупень? Хлам. Прогресс. Ты за что? Почему я не могу его использовать? Вещество Б. Может быть, я могу найти где-то здесь шприц? У брата тоже был цвет в конце туннеля. На, Эрка. Да я не могу его кольнуть. Мне надо шприц, мне кажется, найти. Где я шприц могла потерять? Ну, точнее, не подобрать. Да, наверное, много где на самом деле. А я здесь ничего не вижу. Ладно, подождите. Что-то мне пишут, делать надо. Спастись вместе с Акселем, следовать за Акселем к Торнизу. Транзиту. Торнизу. Она родила ее до полета в космос. На первую часть ее дочка уже была. Вторую часть, когда ее нашли, ее дочка уже состарилась. Той же главный герой игры. И из-за этого Рипли испытывала себя ужасной матерью. Погодите, то есть моя персонажка может родить. Надеюсь, нет этого чухана. Установить подачу энергии. Эти уроды нас заперли. Действительно, они то, что... Ясно. Сам, блядь. Надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Так. Если... Подожди. А, все верно. Наверное. Или я не сюда жмякаю? Нет, навряд ли. Я и мое ориентирование в пространстве — это просто ужасно. А по карте так вообще ходить не умею. Так, если он здесь пялит... Возможно, я здесь где-то должна жмакать, нет? Видимо, нет. Здесь? Пам. А я потом только буду херачить. Ту, блядь. Там еще... Да что, Лина? Иди по коридору дальше. Я, честное слово, я вообще максимально туплю, особенно когда теряюсь еще больше. Логически, тебе надо напротив него в соседнюю комнату. Тебя с обратной стороны слегка напротив своего лысого из Бразерс. Ну так, а поч... Ладно, давайте. Ой, блядь. Как вас интересно бесить. Блядь, я не могу с вас, конечно. Ну-ка. Да вы что, вот думаете, я тупая? Вот он же. Готово? На счет три. Раз, Господи, два, как мне понравилось. Как же вы сгораете, господи. Что?
Ужас просто. Ух ты, ебать. А, блядь, беги! Да, да, да. Shift бег, это может привлечь. Здорово. Черт. Пошли. Сейчас остальные явятся. Надо валить. Живо. Как вы, сволочи. Вали, женщина. Бежим. А иначе он убил бы меня. Тут или ты, или тебя. Простите. Ты понимаешь? Что такое? Там кто-то есть. What the fuck? Аксель? Это что за херня? Я сейчас плакать буду от страха, блядь. Ты что, блядь, долбоёб орёшь? Мне страшно. Почему ты такая тупая? Куда, блядь, идти? Я обычно вообще стримлю по полтора часа. Можно на сегодня это все, блядь.
Ладно. Все, нафиг ресницы тоже снимаю. Мне плохо от этой игры. Все сломалось. Да, я сломалась. Да не свети ты. Пошли, дурак. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Прикинь, не такого. Здорово, братиш. Вообще быть не должно. Рабочая виза. Все, типа, мы тут все пролистали, почитали. Хорошо, отлично, прекрасно. Тебя бы здесь не должно, и что? Ну ты уже здесь. Давай без вот этих вот. Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ну давай, иди вставай туда уже. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Окей. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Готово? На счет три. Раз, два, три. Аксель, сзади. Что? Попался? Все сюда. Поймали ворюгу. Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите р... Пошли. Сейчас остальные явятся. Давай, 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 тикай, тикай, тикай. Живо! Ах вы сволочи! Ну! Бежим! Да, блядь, где ты, господи, боже мой? Ой, а где я? Мой приятель видел, что я потерялся. Однозначно. Он, походу, мертвый. Они его убили. Ориентирование в пространстве — это не про меня, конечно. Все, мы помним, что его габельнут. Господи, что это за тварь? Надо уходить. Где, блядь, кнопка закрытия? Нахуй!
Господи, боже мой. Почему у меня чат не работает? Подождите, почему я вас не вижу? Не открывайся, дверь, пожалуйста. Мне страшно. Выход к центру связи Sixon Telecom. Службе техподдержки. А, у меня интернет отвалился, что ли? Блин, запоминает это варенье. У меня просто... Сейчас, подождите. Я... У меня не работает этот. У меня как будто бы Wi-Fi отвалился. Ладно, буду вас с телефона читать. Мне страшно. Прикольно. Так, что нам надо сделать? Попасть в центр связи Sixon. В жилой зоне. Всех на башне нужно найти способ попасть туда. Вон башня. Блин, ну почему я вас... У меня чат не грузит. И не только чат. Напишите что-нибудь, пожалуйста. А, вот, все вижу. Ну, так вот и вижу, а там не вижу. Тихо ты. Господи. Надо быть. Что я делаю? А, о, сохранялка есть, подождите. Можно я на сегодня здесь все, пожалуйста? Блин, еще раз давай. Вы можете передать нам отзывы. Не надо вам ничего передавать. Предложение, заполнив анкету. Пожалуйста, скажите мне, что мне на сегодня можно уже закончить. И интересно, но при этом страшно, просто капец. Восстановить подачу энергии, окей. Сюда!
Сегодня Женю победили. Неправда. Так, ладно, так сейчас сделаем. Где там интернет? Капец, мне стрёмно. Еще стрёмно, что я не вижу вас нормально. Не, у меня реально не работает ничего. Как вообще я держусь еще на стриме? Да вы тут. А я нет. Нет. Supernatural я только смотрела сериал. И пересматривала его по несколько раз. И даже не знала, что есть игра. А там, ну, наверное, и не про них, да? Понятно, у меня вообще ничего не работает. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня здесь теперь ничего не работает. Как быть? Ладно, игру на сегодня, если вы меня все еще слышите. Да, у меня вообще ничего не грузится. У меня подключение идет. Вот здесь вот сейчас загрузилось, но очень-очень медленно, и это через обычный интернет. Я вот так вот делаю, теперь выхожу в главное меню, да. Сохранились мы, главное, в этом моменте, когда доехали. Вот. Теперь из игры на сегодня все. Да, вышли. Так, теперь надо разобраться. Да, у меня интернет перестал грузить. О, чат полетел-то как, а? Ой, сейчас. Нифига мандарины выращиваешь. Это я, да. Все. Никогда больше в своей жизни, наверное, не буду клеить ресницы. Только если для фотографий каких-нибудь. Это просто убийство для глаз. В том плане, что клей плохой. И... Сейчас катаракту уберу. Сейчас, подождите. Я хочу подытывать. Ресницы накрасить нормальные, свои, настоящие. Привет, клей немного, наверное, своих... Нет, нет, нет! Клей настолько слаб, что свои реснички вообще и не этот... И не травмируются. Вот. Клеить это фото аккуратно, да нарастить еще можно. У тебя что, есть ресницы? Ты обалдел? Реснички я наклеивала. Я решила попробовать. Как фильм «Пила». Глазоковырялка. Нет, это как этот. Как в дом восковых фигур. Так надо было не клеить и паять. Угу. В общем-то, свои ресницы не травмируются, по идее. Потому что клей плохой. С одной стороны, хорошо, что он плохой. Потому что нарощенные быстро отклеиваются и своим никакого вреда не, не доставляется. С другой стороны, нарощенные ресницы вообще нормально не держатся. Она не настоящая, у нее рот не открывается, когда красит ресницы. Я не рассеять.
Ну, ресницы буду нарастить, да. Пып-пып-пып. Нормальный спи, хорошо. Так, теперь мне надо, знаете, что сделать? Вернуть вам размытость. Теперь можно даже поярче сделать себя, да? Да. Теперь мы делаем вот Terrix. Проверяем, что у нас тут с интернетом. Угу, понятно, интернет все еще не работает. Замечательно. Открепляем. Чат. Возвращаем. Не удалось загрузить эту страницу. А мне вот интересно, а я вообще... Ну, меня там не забанили, нет? Будущее наступило, но, видимо, нейросессия топография. Не чутка, а пиздец как чутка. Я как бы и не отрицаю подобное. Ну все. Привет, Сигама, кстати, а то я не видела. Я видела, что ты забала канал, что ты купил. Только если в интернете тебя забанили, вроде пока еще живы. Но это максимально странно, что интернет вообще не работает. Ну, ладно, переподключаться не буду. Но, по всей видимости, мы с вами так и не посмотрим сегодня сериал. Сериал. Вот. Ну, это капец. Гугли забанили. Почему? Перезапусти стрим, вдруг пройдет. Ты серьезно еще разок? Нахуй этот сериал? Провайдер забанил. Не посмотрим, потому что я не скачивала серию. Я думала, так просто запущу ее в интернете. Потому что до этого же все нормально работало, когда я с интернета там в Ютубе что-нибудь смотрю. Вот. Я думала, что мы так эту серию досмотрим уже, чтобы, ну, не скачивать ее. А тут как бы что-то решилось все загобельнуться. Вот. Игрушка, конечно, интересная. Я просто дико туплю. И... Ну-ка. А, нет, посмотрим. Ну-ка, чат. Пишите что-нибудь. У меня тут чат, кажется, вернулся. Во, давай, подключение к чату, давай. Давай. Ну, это, конечно, да. Блин, а Supernatural-то, ты мне скажи, Лёш. Это... Супер... По сериалу или нет? Какой большой донат. Спой гимн Казахстана. Казахстана. Туфто. Гимн просто так не поют. У нас нельзя. Спасибо за денежку. То же самое, как и нельзя, допустим, что-то делать с флагом. Какой большой донат. Сьяма Курва. Что происходит? Поляк, в чате, вот что происходит. Казахский поляк и Мурау. Мурау. Наверное, так. Она буквально на один стрим ей посрать самое то. Спасибо! Вот так вот ты заботишься о том, чтобы я себя чувствовала комфортно на стримах, блин. Капец. Вон там уже за окном кто-то от души. Я в шоке, блин. Сейчас я вам карту дня вытащу.
Смейся, смейся, конечно, конечно. Я к тебе приду на стрим. Я тебе устрою кузькину мать. Феликс. Так. Карта дня. Спасибо за донат. Ох уж этот пирожочек, ты вообще не говори. У нас выпала карта дня счастья. А счастье означает, что есть только сейчас. И счастливыми нужно быть только сегодня, только сейчас. Не будет никогда потом, не будет, а вот когда, вот тогда, или вот это вот все. Есть игра по Monster, естественно, но она еще не вышла. Блин, пусть поскорее выпускают. Хочу. Громушка письмецо. Громушка, тебе, пожалуйста, надо написать мне почту свою на... Можешь в ЛС Твича написать, можешь в Телеграм написать. Почту, на которую я могу тебе прислать письмецо. Вот. Не знаю, Леорейд здесь или нет. Он бы тебе сказал. Зря ты потратил или не зря. Так, а что за письмо? Ага, все, вижу, Гром. Все, спасибо. Напишу на этой неделе. Ну, или на следующей. Или через месяц. Накопи, узнаешь. Вот, да, не трать баллы канала на всякое якое, а накопи. Мне осталось вот каких-то 11 тысяч поинтов до письма. Да ты просто, если бы приходил бы, бабушка Лина пришлет. Если бы ты приходил, попадал бы на весь стрим, тогда бы ты уже быстренько накопил, по идее. А так, получается, ты вип хочешь? Так випку можно и не за баллы канала. Випку можно просто за то, что ты присутствуешь, за то, что ты активничаешь, за то, что ты приходишь, за то, что ты есть. Вот, вот так обычно випку. Надо будет пересмотреть, я все время забываю. В общем, как вам игра? Классная. Вообще вам... Ну вот, я, например, люблю смотреть, когда кто-то играет... Но, ну, иногда прям очень сильно затягивает. Но когда тот, кто играет, не тупит. Хз, не страшно. Да капец. У меня уже 960 квинобаксов. Нормально. Мне понравился момент с тварью. Спасибо. Как раньше жуть присутствует. Жуть — это типа я на стриме, да? Куплинов, когда проходил эту игру, вроде он чужому на хвост наступил. Надо посмотреть. Привет, как там погода? Снег выпал? У нас снег выпал и растаял. Привет, кино игра. Топ на то, что ты на японцах сказала. Забудем этот момент. Вам все показалось. Вы вообще придумали сами себе. Знали, да? А ты играла в Stray? Я в очень многие игры не играла. Чтобы вы понимали, игры, которые я играла вообще за свою жизнь, Фред Мульти, это Valorant, вот сейчас КС-ка, потом вот Чужой, потом игра там, где про Лильку, надо ее с помощью нее спасать там разное всякое, там сражаться и так далее. Потом Sims, Майнкрафт. Какой большой донат. Ты случаем не преподавала в школе? Преподавала. А чё? А спасибо за донат. Стрей — это за милого котенка, вайбовая игра. Ученики потянулись. Не надо! Вы что? Какие, блин, ученики? У меня один ученик только, с которым я как-то один раз в ТикТоке пересеклась, и то он мне в комментариях такой пишет: «Ангелина Николаевна, это вы?» Я такая: «Блядь!» «Стрей за милого котенка. А, это там, где... Которая была часто реклама, да? Еще там графика классная. Блин, хочу роспись в Стиме. Расклад на выбор и карта дня. Если что, стрейся у меня в Стиме, обращайтесь. Ух ты, пух ты, ты покупал? Ты учитель. Я отучилась на учителя начальных классов в колледже. Училась там 4 года.
я работала больше года, совмещала и учителем в школе-гимназии, и в центре образовательном, и репетитором была, вот. Потом я поступила на педагога-психолога, вот в этом году на педагога-психолога все закончила обучение, и работала еще год, но я не работала по своей специальности, так что да. Приходите на стрим, чтобы понахвататься разных всяких неприятных слов. А насчет графики на 50 на 50? Ну это, блин, ты это вообще... Тебе угодить это очень сложно. Кот в мире роботов. Прикольно. Или выпускники, директор или коллеги. Да ну нет. Там директор был такой дедулик. Вряд ли бы он пришел бы. Так, ну... Бакарау, наверное, наверное. Точно сказать, ну, не смогу, потому что не знаю, как правильно. А я сижу, вспоминаю, на кого ты похож. Так вот, я тебя видел в первом классе. Мне всего лишь 22 года. Чё ты тут тоже? Что-то знаешь о влажности после стариков? Да ничего, конечно. О, она второй раз попадается. Ну, прям, ну, счастливый день сегодня у всех. Спасибо, Meadow Fox, за фоллоу. А чё у нас не это? Почему, который стрим? Нормальные котики не отображаются. Я играл в 2К32 на фулл-высоких, и там переборщили зернистостью. Согласен, 4 на 3. Стрим есть, конечно, счастливый день. Капец вы. Вам реально нравится? Просто не знаю, мне иногда кажется, что, ну, раз на раз, конечно, не приходится, как и в жизни, по идее. Но все же. Спасибо за фоллоу. О, сижу болтаю. Побитый ж. Где музычка? Вы чё? Вы откуда? Вы откуда такие? Интересные. Потому что кто-то со сценами балуется. Ну, это я, да. Да вы чё, блин, ну вы смущаете уже, все. Я сейчас в пляс пойду. Готовьтесь, наливайте венцо. Сейчас будем на столах танцевать. Я, блин, в шоке. Подписку он решил оформить. Что за мужчина вообще? Подписки тут оформляют. Вообще капец. Гром, почему у тебя луна не отображается? Взял 5 литров винца, предлагает пригубить всем желающим. Главное, чтобы это не в какой-нибудь там в такой вот кружечке, такой вот. Так. Я бы тоже оформила, но страна не позволяет. Эх. Кстати, меня так радует, что я в Казахстане, потому что я могу выводить ваши денежки, которые вы тратите на подписки. И вам плюс, у вас там смайлики разные появляются. Ладно, это я надонатил последний донат. Мы виделись в РЛ. Если вспомнишь, кто это, то еще 10 евро или 2 саба. Мы виделись в РЛ? А подсказки какие-то еще будут? Потому что я много с кем виделась в РЛ. Ну так, на всякий случай просто вот. Спасибо тебе за донаты. Будешь ты счастливич? С счастливчиком. Карта 2 раза выпадала. Ну, как будто бы пальцем в небо. Мы тоже виделись в РЛ, просто ты не знаешь. Наверное, потому что значок основателя. А. Наверное, кстати. Один из первых платных подписчиков или подписчиков Prime на канале Аквина. Прикольно. Мы виделись во сне, но ты просто не знаешь. Таксист, короче.
Я представляю, если бы таксисты действительно запоминали бы. Да ну нет. С кем я там виделась в РЛ? Или это полная обмановка? Купица, конечно, криво косо собрала хвост. И все остальное. Ладно, женщина-загадка, но мужик ребус. Да ну нет. Это все ложь. Типа, то есть, если мы виделись в РЛ, но мы с тобой, получается, сейчас не общаемся. Так получается. Да блин, что за смуту внес в мой стрим? Все, нет, не работает так. Я, конечно, понимаю, что людей привлекают всякие загадки, и я как бы тоже такая вот, тоже как бы человек оказывается, да? А нет, мне через 3 часа на работу. Иди спать! Быстро! Ну, ты помятый, как... Не знаю, кто бы... Пойдешь. Чё, блядь? Так, все, нафиг. Сейчас буду оффить стрим. Будешь помятый, как подушка. А, поспал уже? Ну ладно, хорошо. Не допустим. Как это поможет узнать, кто ты? Ну, типа... Я задумалась. Да. Хорошо. Дальше. Альтимит, спасай. Нарой информейшн. Да нет, мне оно не надо, ладно, тоже верно. Как интересно. Да не. У него только 3 подписки на Твиче. Странно. Из этих 3 подписок 1 я. То есть целенаправленно был создан аккаунт. Да? Какой штраф? Готовим группу захвата. Да, Ярослав, пожалуйста, по защите желательно моего тела. И моей психики. Нет, психика на первом месте. Тело я и сама, если что, защищу. Все. Мне стало страшно. Пошлите смотреть юг. Так, останавливаем наши пряски с бубном. Захвата твоего... Нет, защиты моего тела. Все, так, тут остановили все. На бусте есть фотки в стрингах? Да. Оформляй подписку, увидишь. Грифон скажет, подтвердит точнее. Группа... Чё, рили? Ты думаешь, реально есть? Нет, ладно, хорошо. Предположим. Неправда, есть только песни. Вообще ужас. Блин, мне так не нравится, как стоит камера. Чё по громкости? Сыночек, скоро дойдем. Нет, я хочу ручки.
Давай ты ножками пешочком походишь, мне тяжело очень. Нет, я хочу на ручки. Потерпи, пожалуйста. Так я сижу прямо, вот стол вот так прямо. Какие ручки? Ты видишь, у меня пакеты. Видишь, мне тяжело. Тебе не жалко меня совсем? Нет. Объясняю. Да, ну... Прекрасно. Пойдем. Нет. Пойдем. Нет. Я бы предположила, что это Рауан. Ты идешь или нет? Нет. Ну, стой тут. Но... А я пошла. Мама. Все, я ухожу. Нормально по звуку? Подождите, то есть она... Стойте, нет. Короче, объясняю. Вот этот парнишка живет с бабушкой. Он нашел деньги в закрытом ящике. И там было подписано, что его фамилия ИД. Ну, типа, он подумал, что это Дмитрий. То есть Дмитрий. Его отец. Привет, Пабликар. Вот. Значит, дальше поехали. А кто нарезку с тобой выкладывает в YouTube? О, видишь, какие фанаты у меня. Не дай бог, фотки на Бусти пойдут, так еще и сливы начнутся. Ёпарас, это ужас какой. И этот парень начал по всей России искать своего отца. Знаете, как он искал? Он забил в ВК Дмитрий, и там потом его фамилия. Блять! Угу. Спасибо, дура. Оп-оп, на колбаску собрали. Что, можно заказывать кресло, да? Так, нет, вот так делаем. Спасибо, значит, отгадала, да? Ну, привет, чё? Вот, и он искал своего отца. По итогу со всеми встретился. Так его и не нашел. Но бабушка его перехватила и сказала о том, что отца у него нет. Бабушка сама не в курсах, кто его отец. Но у него есть мать. А мать, насколько ему было известно, она типа умерла, ее нет. И все деньги присылала она, и буковка «Д» — это не Дмитрий означала, потому что он Дмитриевич, а Дарья. Потому что его мама зовут Даша. Вот, и теперь они вместе с бабулькой летят в Сочи к своей матери. Вот. Его матери, точнее. Это последняя серия. Мама, я лечу к тебе. Почему? Еще дотянуть? Держите. Па-па-па-па-па-па-па. Вот нормально зажимать. Я впервые летел на самолете. В полете Ба рассказала мне, что когда я был маленький, кресло. Мама случилась сильная депрессия. Спасибо большое за подарок. Она подолгу могла не выходить из комнаты и ни с кем не разговаривала. Я совсем не помню. Да с чем я тебя так зацепила, что ты решил меня еще отыскать после столько лет? Как я не помню, тот случай, когда меня нашел дядя Сережа. Ты что, я смотрю, потерялся, что ли? Нет, мама ушла. Ушла мама? Я дядя милиционер. Так что мы твою маму да. Живо найдем. Досматриваем сериал. В поисках отца я преодолел столько своих фобий и страхов. А оказалось, что это был путь к маме. Поняла.
последний вид транспорта, который я не использую. Люди! Ну просто представьте! Мы сейчас на высоте в 10 тысяч метров! Выше самой высокой на свете горы! Нас тут кормят! Тут даже работает Wi-Fi! Садись! Думаю, примерно так я бы себя вел в самолете. Если бы ни одно обстоятельство... Короче, я на понедельник заказала. Я скоро увижу маму. Там на небе все человеческие проблемы кажутся маленькими. Но стоит спуститься, как с каждым метром они растут и расширяются. Я с ночевкой. В воскресенье домой вернусь. Блин, что за птичий быстрый, а не хвостик? Тяу-тяу-тяу-тяу. Нормально. О, чемодан наш едет. Странное ощущение. Прилететь на встречу с человеком, которого для тебя не существовало целых 10 лет. И а в воскресенье стрим будет? Он существует. Посмотрим по загруженности, если... загруженность будет не такая высокая, то тогда да, тогда приеду и будет. Мои ладони вот. Сразу же стали но предательски Но вероятность маловато. Когда я так не волновалась. Я, да, в Казахстане родилась. Может, лучше было вообще не приземляться. Пойдем. Вот она. Сложно описать, что я почувствовал. Как она так могла сделать вообще? На меня лавиной спустились воспоминания. Только не чихать. Эй, я здесь. Пойдем. Всю жизнь я боялся, что не узнаю ее. Но оказалось, ее лицо отпечаталась в моей памяти на всю жизнь. Привет, хорошо, что приехал. Привет. Актриса хорошенькая. Привет. Это было как в том сне. Привет. Я тебя смотрю. Такой большой стал. Красавец мой. Как вы добрались? Нормально. Я скучала по тебе. Женщина, ты, блядь, гонишь? Я скучал. Ну что, поехали домой? Как ты скучал? Ты, я, блядь, даже не знал. Устали. Мама была добра и приветлива. Она вела себя так, как будто ей не было 10 лет расставания. Mm-hmm. Может, это и к лучшему. Так в сценарии было написано. Но явно не для меня. Готов с сестренкой познакомиться? Пиц. Еще сестренка есть. What the fuck? Конечно. Поехали. Конечно. Знаю, почему, это же, конечно. Блядь, это же просто Ладно, было... Я ничего об этом не говорил. И так понятно. Красиво. Да, совсем новый ЖК. Своя территория. Смотри, знакомься, твой братик. Помнишь, ты на Новый год просила? Слышь, мне прожужжала. Надеюсь, ты ее не бросишь. Зачем ты так? Привет. Привет. Меня Юг зовут. А меня Привет. Север. Хорошая, смешная девчонка. Надо быть приветливым. Походу.
Она ни в чем не виновата. Здравствуйте. С приездом. Я Кирилл, муж Даши. Ну, вы, наверное, знаете. А ты, наверное, Юг. Да, здравствуйте. Привет. А то есть он был в курсах, да? Так, ну что стоим? Я заказал очень вкусные грузинские еды. Она может остыть. Так что бегом, бегом, пойдемте. То есть бабка была все это время в курсе. Я того рот топтал наоборот, блин. Как это вообще? А, ну бабуля как будто готова эту кружку. Так. Кружку-то полезла, шиворот прятать. Да. Кому чай подлить? Нет. Это я. Я совкос. Была тишина. А на что я надеялся? Мы друг другу совсем чужие. Ты как мой хороший. Мой хороший, мне сильно. Я не знаю, как я. Майя, тоже буду чай. Так, тебе хватит. Потом полночь с тобой в туалет бегать. Мам, не надо. Нет, я хочу чай. Все, угомонись. Шебутная не могу. Да точно шебутная. Юг в детстве такой тихий был. Спокойный такой в себе больше. А это прям неугомонная. Я чувствовала эту непроницаемую стену между мамой и па. Если захотеть... Ее можно потрогать рукой. Ну, а как у тебя в школе? Ты, наверное, отличник кругом. Почему-то мне стало неловко. Так, все. Спасибо за хлеб, за соль. Пора мне ехать. Мам. Как, уже? Ну, пора и честь знать. Мам, оставайся, мы вас на диване положим. Спасибо, я в гостинице останусь. Тогда тебе Кирилл отвезет. Да, я отвезу. Я доберусь. А Юг останется? Ну, он сам будет решать. Оставайся. Будет сколько тебе нужно. Да хоть навсегда оставайся, слышишь? Она хочет, чтобы я осталась. Вы бы остались? Ну вот, чисто гипотетически произошла, если бы такая ситуация. Нет, нет. Вот я бы тоже не осталась. Типа я просто смотрю, думаю, боже мой. Просто вот, то есть она оставила его с бабулей. Ну типа хорошо, с бабулей она его оставила. Я разные ситуации знала. О том, что когда, вот, допустим, ей там лет, ну, 16, например, да, лет там 17, к примеру, ну, 14, блин, 15, не знаю, ну, разные там ситуации бывают. И вот она забеременела, типа, родила, хорошо, ну, ребенка она не оставила, там, не знаю, без аборта и так далее, ну, все хорошо, там, тра-та-та. И она оставляет его со своей матерью, но тогда она, ну, как бы они строят историю того, что она его сестра, вот. Такое бывает. Вполне себе, ну, как бы, нормально. Но когда она родила, оставила его, предпочла просто скрываться, поехала, построила совершенно иную жизнь, а теперь его, будучи 14-летним ребенком, пытается резко вернуть еще вот такими методами? Это вообще что за тупость? Ба. Ты точно не хочешь, чтобы я с тобой поехал? Хочет, конечно. Нет, оставайся. Пообщайтесь. Завтра погуляйте и решишь. Ты же взрослый уже. Доброй вам ночи. И да, он не любит пледы. Дайте ему одеяло. Даже если жарко. Это я. Я остался. Я тоже всегда в одеяле под одеялом сплю. Не могу спать перед ба. Под пледом или без ничего вообще. Как будто я ее поеду. Пойдем. Скорей, ты там что? Как ты там? Тревожность прошла после сна? Мне кажется, его батёк, ну, ее муж это не будет рад. В садике фоткали. Альбомы хранят историю. Историю одной семьи. Прошлый Новый год. Она вообще нормальная мать или как? Она вообще кто?
Как вообще... Как можно показывать ему альбом, где она заполняла вообще совершенно другую историю? Как это можно сделать? Она умная, хочет, чтобы он сам свалил. А, ну вот с этой стороны как бы да. Сегодня пробовала спать по китайской методике сна с кучей подушек к правильному положению тела. И как оно? Вообще говорят, что нужно спать без подушки на твердом матрасе и спать солдатиком. Типа ровно так спишь и все. Вроде, да, сходил, погулял, купил еду всякое. Ленок от посещения просто досмотрим. Я не могу. Ладно. А это мы Евку на плавание записали. Учится, смотрю. Старается. Тут не было ни одной нашей сба фотографий. Мама как будто вычеркнула меня и Бай из своей жизни. Ну, так и было, чувак. Что мы ей такого сделали? Рука не болела, вот это вот уже хорошо. Меня тут нет. Что, типа в КС-ку можно идти прям хорошо, да? Где-то есть. Судя по твоим словам, надо спать. Точно, на нарах. Сейчас поищу. За время своего путешествия я научился различать, когда взрослые не будут. А ты же фотик с собой привез? Ну да. А давай мы сейчас сфоткаемся. Сейчас? Я хочу солдатика спать, хочу спать. Я как эмбриончик сплю, вот так вот обычно в калачик прям скручиваюсь. Ого. Тысячу лет его не видела. 11, если быть точным. Сюда же, да? Угу. Все. Теперь у нас есть свежая совместная фотография. А теперь можешь уебывать. Я так рада, что ты приехал. Была какая-то магия в ее прикосновениях. За них я готов ей просить все. Потому что она мама. Даша. Чего, не спит? Вообще ни в какую. Капризничает? Угу. Она просит, чтобы Юка его уложил. Делать нечего больше. Согласен. Да нет, мне не сложно. Правда? Ну да, честно. Прости, пожалуйста, она просто перевозбудилась сегодня. Я каждый день узнаю, что у тебя есть братик. Я скоро. А? Валетиком с братиком в детстве так спала ужасно. Я помню ситуацию, когда я тоже с валетиком спала. Но я вспомню, что... Похоже. Мне очень сильно было страшно из-за грозы. И брат меня, ну, младше на три с половиной года. Нет, на 2.5 года. Вот, и мне когда было страшно очень сильно, я кричала обычно от страха или не могла уснуть, мама приходила ко мне, успокаивала, а потом такая говорит, ну пошли к Яромирке, и мы валетиком потом спали, он так возмущался, он не был так рад, что я пришла, я еще холодная, как всегда, но ему приходилось терпеть, потому что мне было страшно. А, у меня битрейт падает. Вроде выравнивается. Да валетиком вообще неудобно спать. Можно? Да. Я не знаю, кто такой Камерон Монахана. Мы футболом занимались, но не часто сводила и при этом друг друга пинали. Только ремонт был чуть-чуть аккуратнее. Что такое, Ир? Все выровнялось. Почему не спишь? А ты? Мне мама говорила, если не буду спать, не вырасту. Мне мама так же говорила. А ты большой. Да нет у вас никаких проблем. Больше. Не бойтесь. Тогда нужно спать. Расскажи мне что-нибудь, я усну. А что тебе рассказать, чтобы ты уснула? Купеньки стой, сказку и колыбельную. С детства я хорошо помню одну сказку Ба. Мама была ламой. И всего 3 года она была человеком, чтобы воспитать тебя.
А, из «Бесстыжих», точно. И она ушла к своим. Теперь пришла моя очередь рассказать ее. Блин, я не знаю, я не смотрела «Слово пацана». По-своему. Жила-была королева Лан. Все, Билли Айлиш пропала. Она управляла своим королевством. Педиди ее убрал. Была доброй и справедливой. Не знаю, не видела. И был у нее сын, молодой принц Лама. А кто такой Лама? Лама — это такое животное, как овечки, только с длинной шеей. Как у Шалафа? Да. Слушай дальше. И все у Лам было хорошо, но вдруг налетела буря. Сильный смерч летал по земле. Он подхватил королеву Ламу. Принц пытался помочь королеве, но ничего не смог сделать. Ветер утащил королеву далеко-далеко, за 3-9 земель. Так и остался он один. Грустно. Да. Принц рос, но не мог смириться с тем, что королевы рядом нет. И пошел ее искать. Он шел. Долго шел. Через бескрайние поля. Через заснеженные леса. Замерз? Нет. У него была толстая шкура и теплая шерсть. Принц шел, несмотря на сильный ветер и дождь. У него уже кончились силы. Но вдруг месяц в звездном небе сказал, что видел ветер, который нес королеву Ламу в места, где всегда светит солнце. Принц пошел туда и нашел королеву Ламу. Конец. Что было дальше? Он остался с королевой? Не знаю. Ладно, все. Засыпай. Завтра тебе расскажу. Это так неинтересно будет. Ладно. А ты у нас не всегда останешься. Конечно, Ир. Спи давай. И как, у него есть передельная комната? Скидывай в ТГшку. Спасибо, что уложил. Не за что, мам. Все, спи давай. Ты устал, наверное. Давай мы с тобой. Давай. Отдельная комната. Кухня. Это у меня так. Тут ты зарос. Договорились. Я кресло заказала. Спасибо вам большое. Я буду на кресле. Сегодня я никуда не бежал. Но сил почему-то потерял гораздо больше. В понедельник приедет. Будем собирать. Мысли кружились в голове и не хотели уходить. Соберемся, будем собирать, да. Сейчас договоришься, вообще без вас соберу и все. Остаться с мамой. Хочу ли я этого? Странные существа люди. Даже когда находят то, что искали, не могут понять, что с этим делать.
Ну, кстати, актрис подобрали хорошо. Бабулька с этой девчонкой, ну, с этой мамой. Они чем-то похожи. А ведь так за пора вдошно угрожает. Я кушать хочу. Нету там еды. Док, вставай. А? Что такое? Ты мне писал, Фазик, отыщи. Идем, а то опоздаем. А, ну, хорошо, да. Ева, ну нельзя так врываться. Доброе утро, ты как? Нормально. Ну, отлично, я сейчас приготовлю что-нибудь, позавтракаем. Аюк, ты пойдешь со мной? Он уже большой для садика, вечером увидитесь. Буду пельмешки. Беги, так это ж тебе на вечер. Меня туда не пустят. Я и правда слишком большой. Мы вечером поболтаем. Договорились? Да. Ладно. Все, беги быстрее. Ладно. Ну что, какие суп планы? Суп с курицей. Меня мама обещала подстричь. О, это хорошо. Я могу довезти, тут недалеко. Спасибо, но я сам дойду. Хочу по городу прогуляться. Окей. У вас бывает такое чувство? Когда вы просыпаетесь, у меня же тоже пельмешу остались. Я сейчас пельмешу и творю тоже. Никогда не был. Я точно. Я кое-что хотел сказать. Спасибо, Лёша. Телепорт, если сейчас включили. Холосово. К маме помягче. Я им картошку с грибами, понимаю, и салом, и сырным хлебом. Поняла. Так, как тебе кажется. Все, не говорите про еду. Очень своеобразная. Но мама очень рада, что ты приехал. И мы тоже. Мама своеобразная, муж у меня биполярка. Кириллу очень хотелось мне понравиться. И это не трудно. Потому что я видел, как он переживал за маму. Ну все, иди по новой ищи. Винчестер, ты что там скидываешь? После стрима гляну. Юг на юге. Море Сочи отличалось от моря у меня дома, но было спокойным и солнечным, в отличие от того, что творилось у меня внутри. Я хомяк. Хомячок. А, да, реально. Это он с этого присылает. С браузера, что ли? Орехи собираю, да. Здравствуйте. Здравствуйте, вот там. Я к вам. Это ко мне. Ко мне. Привет. Пойдем. А, она парикмахером работает. Выспался? Нет. Я плохо сплю в незнакомых местах. Это в меня, я такая же. Садись сюда, в кресло. Ну что, будем тебя приводить в порядок? Да он так в порядке. По сравнению с тобой. Бесит он своему меня. Своему стыду я ни разу не был в парикмахерской. Бабулька же его всегда постригала. Меня всегда да, мы досматриваемся, Гамма. Сиди, досматривай с нами. Сейчас бэтбой сделает. Саня, ты в порядке. Соню. Токсичка. Это ее. Тихо. Конечно, в школе надо мной смеяться. Блин. Сиди на месте, тут осталось, блин, минут 15. И мы досмотрим сериал. Давай, горшочек, вари. Так ему же идиот. Даже учителя. Уроды. Это они, кстати, а не он. Но Ба говорила, что они просто завидуют. Потому что такой прически ни у кого нет. По фактам. Можно покататься как-нибудь. Это правда. У Бабы свой неповторимый стиль. Ты меня слышишь вообще? Эй! А, да. Обязательно покатаемся. Ну. Все. Ну все. Теперь ты как и все остальные. Ага, она на уши. Нет, я тут уже в Сочи на курсы записалась. Оказалось, тут бухгалтеров своих навалом. Пришлось подстраиваться. Я и с Кириллом тут познакомилась. Так, сейчас уложим. А, это провод. Я думала, это все время волосня. Оп. Лучше бы не трогала. Такое ощущение, что я стал похож сразу на всех своих одноклассников. Все, отлично.
Ну, как тебе? Хуй-то. Мне нравится. Мне тоже. Так гораздо лучше. Да что ты. Спасибо, ма. Не что, дорогой. Так, посиди минутку, я сейчас. Люд, меня запиши. А что так? Это то, что ли, красавец, к нам зашел? Нет, это... Племяш. Племяш. Да. А, понятно. Хорошо, запишу, Даша. Спасибо. Я все понял. Эй! Юг! Ты куда? Юг! Что случилось? Ты что, как маленький? Я не маленький. Ты... Стой! Что? Что тебе нужно? Ты чего убежал? Да стой ты! Давай поговорим. Ты чего? Ты обиделся, что ли? Я все слышал. Я слышал, что ты не можешь признаться, что я твой сын. Ты что за глупости? Просто чего я буду про свою жизнь кому-то рассказывать? Нафиг мне эти сплетни нужны? Ты меня бросила. Ты бросила ба и сбежала. Мы тебе не нужны. Почему ты не можешь мне просто все рассказать? Забавно, как парни вот вырастают, их мамы потом такие крошечные рядом с ними, они такие взрослые, такие большие. Хорошо, давай поговорим. Только не здесь. Я тоже так хочу. По дороге я успокоился. Фрешек какой-нибудь. Мама явно нервничала. Умолишь. И не легала на вино. Ну? Что ты хочешь узнать? Расскажи мне про папу. Я отдыхать поехала. В Таиланд первый раз. Познакомилась там с парнем. Ваня его звали. Ваня? Угу. Ну, я же Дмитриевич. Ты Дмитриевич, в честь деда. Ты спроси про него. Ваню в чате. У бабушки своей. Я туда не полезу. Я теперь скажи, как тот кот из стикера. Хорошо. Сейчас покажу. Я спрошу. Повторите, пожалуйста. Вот этот. Но про отца твоего я ничего не знаю. Я про беременность узнала уже, когда домой вернулась. Спасибо. Почему ты меня Югом называла? Дело-то на юге было. Реально. Фантазии не блещет. У меня никаких контактов с твоим отцом не осталось. Он про тебя не знает, это точно. Видный пацан. Почему ты меня бросила? Это сложно, сынок. Это не сложно. Ты бросила меня. Бросила ба. Думаешь, мне было легко уехать? Бабушка твоя не сахарная. Она меня всю жизнь в тисках держала. Сейчас она с возрастом как-то смягчилась. Раз бабушка такая плохая, как ты говоришь, почему ты меня с собой не забрала? Куда? Я от нее убежала, куда глаза глядят. С тобой это было бы сложнее.
Я хотела тебя забрать, устроить, клянусь. Ну потом, получается. С одной стороны, можно понять. Ты поэтому деньги присылала, чтобы от нас откупиться. А сколько ей было? Если бабушка ее в тисках держала, то когда, как она тогда поперлась в Таиланд? Вопрос. За время своих путешествий вообще. Я помог всем, с кем встретился. И я знаю, как помочь маме. Я тебя отпускаю. В каком смысле? Прости меня. Прости меня за то, что я есть. Я тебя отпускаю, больше ни в чем не виню. Поехали. Я обещал ей весь сказку рассказать. Принц Лама нашел королеву. Но пока он ее искал, она уже создала для себя новое королевство. И не могла бросить его. А принц? А принц за время путешествия вырос. И мог сам стать королем для своего народа. И Юг ушел. Юг? Принц Лама. Он, конечно, будет скучать по королеве. Но своему народу он был нужнее. Конец. А ты никуда не уйдешь? Конечно, нет. Наконец я понял, почему взрослые так много врут. Чтобы было легче. Вот. Это тебе. Спасибо. Теперь спать пора. Давай засыпать уже поздно. Закрывай глазки. Спать будем. Закрывай глазки. Закрывай. Спи. Уже поздно. Ты устал. Все детство я мечтал. Я мечтал, что мама вернется. И уложит меня спать. Что мы снова будем сидеть на балконе и смотреть на падающие звезды. Которые, конечно, не звезды, а сгорающие в атмосфере метеориты. Наверное, поэтому моя мечта не сбылась. Все это, видимо, не для меня, а для нее. Я ухожу, но почему-то мне не грустно. Я получил все ответы. Стало легче. К тому же меня ждал самый близкий человек. Сидит ворон на дубу. Сидит ворон на дубу. И играет в трубу. Человек, которого я люблю больше всего на свете. Сидит ворон на дубу и играет в трубу. Труба точная, позову. Она всегда была рядом.
Сигама вообще думала, что он никуда не останется, не задержится, и все время пытался ливнуть по итогу уже. Сколько ты тут сидишь? С 20 сентября 2023 года. Блять, уже год. Трэш. Ба. Поехали. Ты тут год, да, Сигама, ты тут год. Я так боялась, что ты не захочешь возвращаться. Так боялась. Поехали. Поехали домой. Но свитеры твои колючие. Я их носить больше не буду. Я искал отца, чтобы чувствовать, что я не останусь один, если вдруг Ба не станет. Но сейчас я понимаю, что никогда один не буду. Сейчас вы, конечно, был беса. Я был неправ, когда думал, что папа может быть один. За месяц у меня появилось целое море отцов и друзей. Два дня, ты как будто уже здесь месяца. Три. Леша, позорник. Вам спасибо. Подожди. Скажешь это чуть попозже. Забеременела в итоге. Вот, я стримлю 1 год 8 месяцев, 23 дня, да, получается. Ладно, чуть больше стримлю, просто подписывался на меня попозже. Блин, переела. Честно, ты изырыл. Ты уже 1 год 7 месяцев. Боже, боже, боже. А, она в горы все-таки пошла. Ни хрена, это давно. Я тоже хочу в горы, хочу в Грузию. Короче, похоже, сейчас месяц свалю в море. Ты же хотел. Ты съездил вчера со своими бумажками, разобрался? Отлично. Но не все еще. Что с дядей Сережей? А дяди Сережи же забрали те черти. Приехали, выходим.
А вы чего? Утопить меня решили? А что, свежий воздух, штиль. Тебе там будет хорошо. Даже с красавчиками. Ну, как-то банальненько. Джобс подспец. Джон Уик на минималках. Чердаки пока делал, еще по работе ездил, домой приехал, пиздец заебался. Да, конечно. Мне кажется, я сегодня никуда уже ни по каким делам не поеду. Завтра. После стрима или до стрима, не знаю. Не похоже на Lost. Ты сейчас откуда? Сувенир из Якутии. О-о-о. Дарю на память. Русские люди в черном. Типа он окупился сейчас этим сувениром, серьезно? Портовый человек, Сережа. Это самородок. Отлично. Думаю, что мы с тобой рассчитались. Пошли! Тебя куда подвезти? Да я тут, воздухом подышу. Банальненько. Так бывает только в РФ. Валорант у меня не работает. Ну, будешь в городе. Заходи. А в КС-ку после стрима можно, только я пельмешай отварю. Ранее не работает. Милый Тихоня, это ты? Сам? Настоящий? Ужас. И где тебя ноги твои носили? Какого черта до этого не приходил? А? Я по КС сходил. О, у тебя крастом осталось до работы. Короче, залетай, ты в Дискорд же залетел, да? Я тебе сейчас в ЛС кину, суки, на TeamSpeak. А то вот эти вот людишки по имени Атари там, вот эти вот вот эти вот всякие там. Когда станешь играть в Fortnite, буду... Еще в то. Тоже мне, блин, тут ужасти какие. Тут я понимаю. Ой, да и в ДС есть. Ну все хорошо, сейчас я сейчас тебе вкину и пойдем. Ну, как вам сегодняшний стрим? Как вам игра в Чужого? Как вам сериал? Я про сериал даже ничего говорить не буду, я в ахуе. Просто в хуй людей не ставит и довольна. Кто? Я? Сериал говно. Лучшее решение любых вопросов с колорантом Ctrl плюс Shift плюс Del. Ну, так я поэтому его это и удалила, как бы, да. Кайфик, посидел, попукал, расслабился. Так нормально ты расслабился на 3 часа. Даже чуть больше. 3,5 где-то уже. Вопрос запуска Вангуарда. Он не запускается вместе с виндой, хоть и стоит автозапуск. Да, типа там получается безопасная загрузка. Я через этот, через BIOS ее подключала все равно, короче. И 10 часов стримил. Жесть. Ужас. То есть у меня игра запускается, но она тут же потом и выключается. Можно по новой установить, но как бы уже прошло спустя столько времени, вряд ли что-то поменялось, мне так кажется. Зима близко. Ох уж эти игры престолов. Надо поиграть тебе в Dead Space, я брожал бы. Угу. Конечно, спасибо. Тут уже и так Dark Souls заказали. Тут уже вообще чего только нету. Игра, да, эмоциональненько, сериал, ну, скажем так, после 3 серий вера в него пропала. Ну, это да. Просто мне обидно. И можно и понять вроде бы ее, ну, эту девушку. С другой стороны, она вроде была не малолетняя. И это максимально неответственный
безответственно противный поступок. Фангорн надо ставить на диск С без путей. Учетка должна быть без русских символов. Должен быть включен ТПМ и стоять битлокер. В пизду эту псевдострелялку. Ну, в КС-ку, значит, пошли. Если автоматом не запускается, то стоит пойти в сервис и проверить, какой тип автозагрузки стоит. Ой, все, не решайте эту проблемсу. Не надо. Не мучайте свой мозг. Засрались уже шаблонами, будто это какая-то курсовая работа. Ну, да, типа, еще, во-первых, курсовая, так еще и... Ну, да, типа, воды много. Поняла тебя. Не знаю, просто бесит вся вот эта вот... Не знаю, вроде... Для кого-то, может быть, и жизненно, но тут вообще не жизненно. Но, может быть, в этом и была, конечно, задумка. КС-ка 1.6? Нет. КС-ка 2. Ну-ка, сейчас хочу посмотреть, в чем смысл сериала... Тихо-тихо-тихо-пых-пых. Сериала «Юг». Заключается в истории обретения семьи и взросления главного героя. Согласна? Я уже решала такие вопросы с другой стримеркой, хотя я сам не любитель колоранта. В сервисе тебя пошлю далеко и надолго. Потом как-нибудь решим, пока Валорант не стоит приоритетом. Меня сегодня за магазин выгнали, когда пытался кролика погладить. Там была вывеска, что нельзя животных трогать, а ты все равно решил полезть? Давай, давай. Надо полгода всю Россию объездить. Да, блин, на божней весели смотреть. У них ты больше актерского мастерства, жизни ситуации веселее. А еще сериал рассказывает о подростковых проблемах, поиске себя, социализации и скрытом конфликте отцов и детей. За первых здесь выступает бабушка. Что, блядь? Если бы я писала рецензию на этот сериал, я бы написала о том, что здесь проблемы скорее матерей, блядь, кукушек ебаных. Вот это вот да, вот это я могу написать. Которые, блядь, ебутся, как будто бы по ощущениям направо и налево. Блядь, я в аху просто. Лежала крутушка. Социализация в обрыгаловке, достаем пакет с деньгами. Да, потом еще вот это вот с деньгами какая-то фигня. Опять же, это что за попытки, блядь, показать? Нет, как они показывают? Они показывают ситуацию в России такую, что дохера семей, которые пытаются, берут долги у каких-то там бандюк, потом им должны отдать, и это стоит их жизни. А какой-то левый пацан получает дохера денег, просто разгуливает по стране. Блядь, я не знаю, как будто только вылупился. И потом эти деньги пихает налево и направо всем подряд. Помимо этого, все равно главным вот этим моментом стоит то, что мать кукушка. Мать кукушка. И меня это раздражает. Я вообще, блядь, не понимаю, как так можно просто. Есть разные ситуации. Но, блядь, ты же мозгой, наверное, думала, когда ты узнала, что ты, блядь, беременна. Ты думала мозгами, когда ты, блядь, ложилась в постель. А-а-а! Я понимаю еще ситуации, когда могли изнасиловать. И типа там, ну, пиздец, конечно. Разные ситуации бывают. Но когда это целенаправленный выбор человека просто бросить своего ребенка, ну хорошо, она не просто бросила его куда-то на улицу, уже за это ей спасибо, оставила его со своей матерью, но все равно как-то максимально странно. Не знаю. Люди такие тупые, ей-богу. Как я сегодня в игре тупила, вот то же самое. Хотя в 90-х не так было, как сейчас, было лучше. Ой, да если так послушать, всегда раньше было лучше, потому что сейчас мы сталкиваемся с чем-то новым, неизведанным, и нам кажется, что это габело полнейшее. А потом мы привыкаем, учимся, и как бы уже все нормально. Это завали, неинтересно слушать, ссылку на донат дай. Да все для тебя, дорогой, держи. Что-то лучше, что-то хуже. Ну да, ну так и есть. По факту ведь. Блин, не знаю, это как-то очень все. Ладно, давайте остановимся на том, что иногда полезно смотреть сериалы или фильмы, которые вызывают максимальные эмоции того, что это такая была тупость и на что я потратил время. Но
Мы не просто так потратили время, мы все равно поромозговали, обсудили, охуели. К плюсу снят он был не так и плохо. Снят был действительно хорошо. Мне понравились переходы, мне понравились сцены, мне понравилась цветокоррекция, эмоции. И в целом актерская игра тоже была не настолько уж и паршивая. Сюжет говно, актеры хороши. Как проебать время? Проебать время, но при этом найти плюсы. Так и живем, так и в жизни. Вот и все, все. Отлично, посмотрели. Игра. Да, я туплю, я не умею играть, но пофиг. Это все равно интересно. Поэтому я рада безумно, что вы составляете компанию, что вы приходите, что вы поддерживаете. Еще я заказала кресло. Кресло придет в понедельник. Теперь моя жопа будет просто на удобнейшем кресле сидеть. Ну, на что я очень сильно надеюсь. Вот, спасибо вам большое, что вы помогли это осуществить. Вот так вот. Стрим завтра, завтра пятница, да, уже? Стрим завтра в это же время, 8:30 по МСК. Если вдруг что-то поменяется, то все изменения будут в Телеграме, поэтому... О, я забыла на донейшене поменять, да? Да. Неделя почти прошла незаметной. Да, неделя прошла незаметной. Надо поменять, будет в стрим Алименси. Давай, прощай. В смысле, прощай? Капец. Я в шоке. Ужас какой. Ладно. Всем большое спасибо. Всем хорошего дня. И всем пока-пока. Без музыки посидели в конце.